с Россией не могут что-то выкладывать куда-то. И они, короче, понял, замышлялись. То есть они нам не отображаются. Но мы провели расследование и нашли способ, как их задетектить. Я сегодня открыл, их там такое количество, что мне просто стало страшно. Это еще не все. Есть одно приложение. Друг вокруг. Я не знаю, может быть, есть там кто-то сидит, не сидит. Я честно вам говорю, я когда первый раз увидел у деда, у Валакса, здорово, старый, я сначала не понял. Я думал, блядь, ну это какие-то актеры сидят. Потом вы мне все начали спамить про это приложение, давай, типа, го. Я открыл, и я понял, что там творится. Короче, вот у меня такое ощущение, что вдруг вокруг смешались танкисты, чисто под пивасы, артоводы. Какие-то, я не знаю, какие-то хиканы вообще лютые. Просто лютые, блядь. Какие-то пьяные мамки чьи-то. Блядь, какие-то мужики в чулках, осуждаем заранее. Короче, блядь, я зашел, у меня, честно говорю, у меня глаза вывалились просто. Я говорю, господи, что это такое? Сегодня день у нас сложится следующим образом. Сначала мы стримим ТикТок и рейдим гадалок. Сразу предыстория. Кто не знает вообще, кто не в теме, не в курсе и вообще смотрит рейды первый раз. Гадалки, знаете, это такой тип людей. Мы с ними уже сталкивались неоднократно. Да, они плавно с рынков, с вокзалов, они перетекли в соцсети, да. Сказать, сколько раз в прошлый, в позапрошлый раз на меня, на моих близких, на моих, блядь, я не знаю, весь мой род и род насылалась порча, это ничего не сказать. Я трижды умер, 8 раз воскрес. Блядь, короче, что там только не приключалось. Я не говорю, что их нет настоящих, либо они есть. Я не верю или верю в сверхсилы, я не верю, в мошенников, которые сидят и людям пудрят мозг. В результате действий гадалок очень многие люди ведутся, хер с ним, то, что они отдают огромные суммы им денег, они на это ведутся, они, а буду ли я с Петей, а Петя с Васей, а Васе есть любовница, все, они им верят. В результате чего рушатся семьи, в результате чего люди сходят с ума, извините меня, да, там это, смотри, как я могу, я Питер Пен, ну и так далее. Значит, мы сегодня мягко намекнем гадалкам, мягко, естественно, намекнем, что заниматься действиями противоправными, да, есть статья, юристы, я думаю, есть, да, мы им легко, легко совершенно намекнем, что не надо этим заниматься, ай-яй-яй. Мы просто повествовательный характер носим, мы никто, мы обычные люди, и как бы и все. Я вам так скажу. Есть один человек, он сегодня будет со мной. Я вам говорил, что он сидит в засаде. Он сидит в засаде и... Ярл, сейчас, мой хороший, все будет. Он сидит в засаде. Он никуда не пропал. Да. У нас наш школьник, малыш Митя, да. Он там обзавелся какими-то новыми аккаунтами, там какими-то системами этого огня по мошенникам, естественно, интернет, да. И сегодня он будет их испытывать. У него там теперь 2 рубильника какие-то. Короче, там все хорошо, да. Давай сделаем, да. В общем, сегодня будет очень весело, но это еще не все. Я честно говорю, так как я являюсь... Ну, я понимаю, что друг вокруг стримить на Ютубе, там словить, извините меня, член или сиськи, это вот так вот просто. Я понимаю, что здесь будет бан сразу. Сразу прилетит пермак, это 100%. Я, давайте так, 15 тысяч лайков, если этот стрим соберет,
У меня просто ВК Плей еще есть платформа, они мои партнеры. Я очень надеюсь, что мы успеем, если что, выключить камеру. Да. Ну и, конечно же, самые жаркие моменты, как всегда, с этих рейдов попадут куда? Правильно, на Бусти. Ссылка внизу в описании, от 100 рублей до подписки. Спасибо вам огромное, буду туда все выкладывать самые. Да, если что, удалим. Значит, 15 колосей, летим. Друг вокруг, там вообще просто забейте. Там, я не знаю, там... Там, ну там просто, там, понимаете, там вот, блядь, давайте, окей, давайте я просто вам тонко намекну, что вдруг вокруг из себя представляет. Сейчас, одну секундочку. Сейчас, сейчас, подождите, вот, я просто вот, прям вот, сейчас, одну секунду, сейчас. Ну там вот, понимаешь, вот, я даже не знаю, что открыть, блядь, чтоб не забанили. Понимаешь, там просто, там... Ну, как вот вам сказать? Ну, там вообще песня просто. Очень страшно открывать. Я хочу вот что-то, что-нибудь показать, но понимаю, что это... Я не знаю, что вам показать. Понимаешь? Вот, ну, там просто вот полное дупло. Грынчик, спасибо огромное. Давайте я покажу на ВК Плей. Короче, кто знает, что это за приложение, тот шарит. Все, пока это откладываем и идем в ТикТок. Ну и сейчас... Монаки Манут голосом сейчас с вами заговорит, кто правильно. Да, ребята, все подписывайтесь на канал Hardplay. У нас очень много нового, у нас очень много новых рубрик игровых, блять. Короче, весь движ, блять, он непередаваемый, как я и хотел. Я все здесь буду воплощать в новой студии жизни. Уже начал стримы ежедневно в 18:00, а мы начинаем. Ну, поехали. Алло. Мяу. Здравствуйте. Я тебя скину Гай Юлия Цезаря. Чё? Ты хоть с людьми поздоровайся, быдло, блядь. Поздоровай, говноеды. Да, значит, Мить. От арестанта. Как вообще, ну, как ты оцениваешь обстановку в общем? Ну, в общих чертах, как вообще обстановка? Обстановка, гадание по клитору. Она напряженная или как сейчас вот она? Она на каком этапе находится? Можно и свет вырубить иногда. Чего вырубить? Свет. Свет? Ну, свет. Хаяка, нету света. Ты свет можешь вырубить человеку? А что, нельзя? А. Ну ладно. Ну, давай мы начнем, мы спойлерить не будем, да. А, так, первый у нас кто, пациент? Он у нас, причем, заметьте, он у нас серьезный человек. Ребята, только с добром. Конец, скажем так. Только добро, да. Осталось 9 минут и все. Патаролог Макс, 666. Кто хочет, пишите на WhatsApp. Сейчас, сынок, мы тебе напишем. Мить, прямо сейчас, подожди, прямо сейчас напиши что-нибудь в чате на Ютубе. Я тебе модерку дам. Сейчас у нас здесь таролог. Элеонор, я отвечаю только на один вопрос. Остальные вопросы за. Блять, почему меня ограничили нахуй? Ой, стоимость. Все, подожди. Негры, да, ты написал, как всегда, в принципе. Да, я думаю, Twitch меня не этот, поддержит у меня. А я не знаю, за что нас банят. Ну, меня не забанили, я там. Так, стрелял. Ну что ж, друзья. Мы, наверное, начинаем, да? Первый пациент у нас. Мы начинаем, а он заканчивает. Блять. Блин, почему какой хуй Гайюри Цезарь начал догадать? Че за хуйня вообще? А, господи, давай, да. У него деньги здесь, закончились. Здесь о чем-то думать? Подданы здесь... его, типа, не уважают. Я не знаю, брат. Нахуй. Ссылочка уже, кстати, обычно, летит в чат. Малой, обычно кинь магов там... Ля, смотри, как блядь. Руки делает, как Цезарь, ты придурок. Он сейчас плотно еще кинет. Сейчас я ему накину. Анжелика 34. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Деньги ждут. Небольшой конфликт будет. Устали уже. Деньги ждут, смотри. Смотри, люди реально там донатят, люди реально... Они постоянно донатят. Радость. А он еще выебывается, знаешь, типа, если... Вы мне там не задонатили, вы типа никто, вы уебки, Пьера, ебаная, вообще.
Ребят, я напоминаю, самое важное на этих рейдах, это делать все воедино, понимаете? То есть все делать массово. Не делайте ничего спонтанно. То есть пишите, знаете что, они как гадают, пишите имя женское и мужское. Типа, что будет? Он говорит, один вопрос бесплатно. Так, осталось 7 минут, и я выхожу. Не-не, ты раньше выйдешь. У тебя народ вот пришел, но уже честно сил нет. С Беларуси. Еще звонят, с Беларуси звонят. С Беларуси звонят. Звонят, оттуда звонят. Я в черный список тебя добавлю сейчас. Так, окей. Так. Черный список, он не сможешь забанить всех. Митя, скажи. Малолетки тупые, идите учите уроки. Ой, добро. Так, подождите, пожалуйста, в список добавлю всех. Там пора добро завозить, да. Мамка не наказала. Ну, о, да. Пошло, так, пошло. Тупые бараны. Смотри, 92 человека. Чуть недоволен какой-то, что-то не нравится. Что-то не нравится, не знаю. Что-то ему не любит, что-то. Виноград не принесли. Не-не-не, так. А что у него? Ой. Ой, пошли по... Ой. Как же... Лайф-пауза, начало пошел. Я же сказал то, что он раньше стрим закончит. И что тут кофе нарисовал. Так, ну а мы продолжаем, да. Ну просто, ну, оскорблять людей — это плохая примета, да. Говорят, стрим сразу обрывается. Да, у нас там новые средства, да, обрыва. Банно. Гадаю на то, что да, он забанен. Ребят, я напоминаю, что обязательно со всех аккаунтов, с ферм аккаунтов, которые у вас есть, репортите их в ТикТоке за мошенничество. Обязательно репортите. У них аккаунты отлетают, блядь, просто килотоннами. Они их, блядь, заебутся делать, потому что рейды теперь будут каждое воскресенье. А сегодня что? Сегодня воскресенье. Каждое воскресенье, говорю, дурак. Кидай дальше. Блядь, ты, сука, на мой опичник зашел, блядь. У меня теперь лагает, блядь. Придется менять его. Не, ну тогда с вас подписка, как бы. С вас подписка, тогда ладно. Так, жду следующего пациента. Ну, сейчас надо. Кидай в диск, да. Не, ну Цезарь, он почему-то начал, да, говорить плохие вещи и вышел, ребят, сам вышел, да. А представляете, в воскресенье доход какой, там X2, да. На Ютубе, кстати, они тоже делают свои стримы прекрасно. Ты можешь кидать с любой платформы. Ну, я скину. Прекрасно. А, ты уже, да, кинул, все? Да, сейчас пойдет. А, ну все, поехали. Опа. Пошел процесс. И поэтому все так произошло. Пизды такие карты. Есть момент развития. Там воздушный шарик какой-то. Есть, говорит, момент развития, блядь. Сейчас речь из экрана выглядывает. Вот разделение, оно должно произойти. Я думаю, что Вадим делает, блядь, вне стримов. Сука! Гадает, зараза, блядь. Ну, правда, судя по раскладу, поехали. Сейчас будет. Да. Будет еще какое-то время. Вот это вот. Напишите, знаете что? Напишите, блядь. Непонятность вот эта вот вся, самоопределение. Пишите, не спамьте, а пишите, знаешь, типа. А так, в общем-то, есть. Такая, что у меня будет в жизни? Как будто разные вопросы. Уже не буду смотреть, разные. Там вообще просто там. Короче, все подряд. Очень маленький экспресс. Пишите такой, девочку и мальчика, типа имя. И что, типа, у них будет в судьбе? Вы еще детей глянуть. Вы знаете, сколько сейчас на эфире человек? 190, вы сейчас упадете. Я сам офигеть. 198. Обалдеть. Австралийский лаг? Блин, это что, мне кажется, что ли? Лаги какие-то пошли. Лаги, что-то лагает. Ребят, вы знаете, да, что делать? Здесь вот так вот. Дальше у нас... Мит, не помнишь, где мошенничество? Вот, нарушение законодательства. Сейчас, секунду. На Ютубе тоже что-то первое ему тут. А что у него с трансляцией? Что происходит? 17. Алексей 54.
Алексей 54, Максим 17. Будет ли женаты? Ну, конечно, да. С разбегу он прям сразу. Особенно понял? Этот закон, знаете, про ЛГБТ. Кто такой Максим, Алексей? Я не знаю, кто такой Максим. Это у тебя спросить надо. А кто, не знаю, фейк. Свадебное платье, вот эти все дела. А давайте вы мне все лайки поставите. Вот кто сейчас пришел на эфир. Да-да-да, ребят, надо лайки поставить. Вот это хорошо напомнил. Если вы поставите австралийский лайк. Поехали. Кухня, пентаграмма, братан. Я очень благодарен. Масоны, пентаграммы, блядь, он обряды проводит там. Австралийский лайк, он всегда стоит. Я только не понимаю, какого хуйни у слева вверху смазка находится. Солнышко, я представляю, в каком ты шоке, конечно, но... Что такое, что это за вопрос? Семен, 32, Гриша, будет ли вместе? Вы же с ума прошли, что ли? Что случилось? В смысле, что морковка плезает, что будет? Ай, спасибо. Ну, блин, пошло, поехало. Да, какие-то серьезные вопросы. Ну, серьезные вопросы. Задайте красиво мне серьезные вопросы. Красиво это все, некрасиво. А то есть гадать красиво, да? Некрасиво. Ужас какой-то. Ворону поймал, перья выдрал, блядь. Вот дурак, а. Смотри, он молодое сумасшедший, блядь. Чудо магическое. Господи, если бы ты знал, сколько мне лет, малыш. Малыш. Мне кажется, молодой, он не из этих. Молодого, спасибо, папа. Конечно. А он не из этих, интересно? Бегут. Ну пусть бегут. Бан-бан-бан. Смотри, бан-машина работает. Ладно. Бан. В чате я уже, наверное, нормальных, адекватных вопросов не увижу. Давайте надо по донатам. Давайте тогда лучше. Донатами, лучше донатами. Донаты кидайте. А, нифига себе. Потому что здесь какие-то, блин, непонятные. Бля... Что-то непонятное произошло. Деньги хочется позаработать. Ну вы решили меня повеселить сейчас, что ли? Так, я туда... Милый Амирхан, скажите, пожалуйста, Танечка, вот смотрите, ваш вопрос про подарят квартиру, знаете, вот сейчас набежали какие-то сумасшедшие, спрашивают, Серёжа, 19 лет, 7 тысяч часов да, в ДОТ, вернется ли папа домой? Ну, спасибо большое. Домой больше никогда не вернется. Ваш вопрос насчет подарят квартиру, ну вы же адекватный человек. Господи, опишите мне, пожалуйста, мужчину, кто там вышел на картах, какой он, мечи, пентакли, кубок. Что мне сделать для этого? Деньги переведи. Чтобы кто-нибудь подарил. Это вот ошибка новичка. Ну, это, конечно, из области фэнтези. Ну, давайте, ну на всякий случай, amazing. Ну мало ли что. Ну, всякое разное бывает. Сейчас, секунду, тут еще ВК у него есть. Ну, тоже это бывает. Здесь. Всякое разное. Амирхан. Я не хочу показаться назойливым, но комментарии открыты. Я вам сейчас скажу, кто он у вас тут на вышел на этих самых. Кто три жалобы на него. Меч, мечи, пентакли. Какие пентакли? ТД и ТП. А вот у вас нету этого. Пошли, тентакли пошли. Откуда взяться? Вот откуда взяться мечам, пентаклям и так далее? Я боюсь вниз просто листать, ребят. Вы там сами посмотрите. Сейчас тут тентакли эти. Ну конкретно вот сказать, что какой-то человек, вот он, его нет. Я здесь не вижу такого человека. Что сделать? Не знаю. На внешнюю, на привлекательность что-то делать. Накрутка. В прямом эфире. Ну, просто по поводу квартиры, конечно... Комментарии, ребят, ну, самый первый. Здесь даже не отвечает на этот вопрос. Какой-то такой, знаете, вопрос не очень... Борщ навел, сука! Смерть. Жалобы, говорит, долго. Тут даже здесь какую-то жертву показано. Жертва какой-то, не знаю, жертва. Жертва аборта, блядь. Вы как жертва выходите. Ох, ёпта, я там комментарий открыл. Какая-то жертва прям. Да-да, вы как всегда, вы кидайте эти 18+, и репортите. Жертва. Сынета, картинки, все подряд. Ох, блядь, там прям идет вообще добро просто полным ходом. Вот. С компа сидит. Какая-то жертвенность. С компа? Да, вижу, ну, мышку, двигатель. Хитрый, сука. А телефон жужжит, слышь, там заходит? Жужжит, рядом телефон. Ой,
господи. Вот. Так, сейчас посмотрим, что там накидали. Порча, сука. Чую, космическая порча. Да поможет нам едицкая сила, блядь. Я вас тут всех задолбаюсь банить. Да, бань всех, дурак. Сглазил, бан, сука. Бан не будет. Можете не переживать. Да, бана не будет. Не переживайте. Три точки? А не три точки. Так, Яна 33 и Дмитрий 41. Будет ли развод? Очень устала. Ты прикинь? Яна 33. Будет ли развод с Дмитрием? Если вы устали, почему не уходите? Все правильно. Яна, обезьян. Лучший совет, блядь. По сохранению семьи. За телефоном пошел. Смотри. Охуевать, чихе. Там в телефоне просто сейчас песня. Да, если вы устали в отношениях, почему не уходите? Максим. Надо уходить. Достойно. Охуенные советы. Уходи. Ну, у вас сожженные мосты, в принципе, вот есть. Горят мосты. Короче, я понял, у этого сожженные мосты. Добра мы ему завезли, мы им будем систематически завозить. Но этот, сука, с компа надо... С компами тяжело, да, с телефона я скинул тебе гадалку. С компами тяжело, а вот с телефона, когда сейчас начнется... Там быстро они отключаются, ну, если там слабенькое устройство. Ты сразу только не руби, блядь. Блять, уже кто-то рубанул! Ты гонишь? Все. Ты так, здорово. Уснул. Так, жду следующего пациента. Слушайте, ну у нас сегодня Цезарь быстро отключился, да? На гадание. Что-то он как-то... Нет, а зачем он начал говорить, что якобы в чате непорядочные люди? Они совсем порядочные, они все подписаны, между прочим, на канал. Да, чтобы не пропускать стримы и ролики. Ежедневные, между прочим. 5000 лайков за 23 минуты, а хули нет, как говорится, да. А почему бы и да, блядь? Ну, действительно. Так, ну что там, малыш, есть кто-нибудь, нет? Ну, ща. Бля. Сейчас найдет. Сейчас пойдет добро, блядь. Который именно надо с телефонами, понял? Которые это, стучим по экранчику, блядь, вот эти вот. Вот это вот. Внутренне чисто психологически. Прекрасная женщина, Ирина. Так, поехали. Таролог какого поколения? У нее почему-то в профиле написано, что она Виолетта, но в описании написано, что она Ирина. А у нее это, биполярка, ёпт. Так. Поехали. 159-я часть, вторая. В управляющей компании у меня такие же мудаки. Сидит. Чим-чима, блядь. Мить, ты заебал, не обрубай сразу. Даже я, у него сама все. ГГ, чувак зашел, написал ГГ. Да дурак, не пиши про нож, вообще... Чего она говорит? Что так тихо? Ну, тоже была вот температура. Ага. А вот это вот. Пишите, да-да-да, статью. Статью мошенничества пишите. Целиком статья та-та-та-та-та, такая-то, такая-то. Опа, первая стадия пошла. Спасибо, Мирали. Заблокируй. О, куколт на заднем фоне блокирует. А, 59. А, ну хай на. Кинем ссылку. Если что, ребят. Давайте, ребят. Если что, ребят, нам не важно откуда. То есть у мошенников у них. Активность мне поднимайте. А сейчас поднимем. Сейчас. Во. Нам, если что, не важно, с какой стороны человек. О, пулька.
Молодцы, молодцы. Пошло. Молодцы. Он один из Рима даже был. Прекрасный активчик. Блять, чат завис нахуй в ТикТоке. Смотри, чат просто встал. Смотри, он поверх Работает. Второго идет чата. Малые, не понимаете, у меня нормально все. Поднимайте. Поднимайте. Маленькие дурачки. Сейчас, блядь. Ступи. А кто? А кто? А кто? 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 А кто? А кто? Кто? Ну кто? Боже, не там профиль в ТГ находится. Спасибо вам, ребята. Вот ребят, три кнопки. Спасибо, и жалобу. Жалобу ебашьте, просто жалобы все. Каждый по жалобе отправьте, а не отлетать. У нас отлетали в прямом эфире даже гадалки. Непонимание. Сейчас принятие пойдет стадия. Уже не газует. Скукожило. Ну, скукожило, потому что, конечно, блядь, видит, сколько народу. Можно да выебываться. Чувак в чате пишет, а кто Берлин-то взял? Сука, дурак, блядь. Она, видимо. Сзади, сзади, сзади. Слышишь, сидит? Банит, банит. А? А, не, не выпил. А? Бульк? Митя, а что это такое булькает у них? Бульк? Татьяна, наверное, за окном. Бульк? Пошло. Во все соцсети, блядь. Дайте ссылку. Бульк? Привет, красавец в чате. Бульк? Это протечка края. Протекает что-то. Смотри, дураки спамят, блядь. Сейчас еще основная батарея подтянется, там вообще будет песня. Блядь. Причем смотри, онлайн показывает 230 человек, ты понял? То есть, блядь, он просто завис, у нее чат завис, пишет несколько сообщений. У меня вообще летит там все. ГГ пишет. Вспоминаю Сан Саныча, я его найду, этого бородатого хуесоса, блядь. Я про него не забыл. Он мне мангал еще торчит, блядь. Отправлено чаще всего М, отправлено чаще всего С. Дело в том, что они же... Ты нахуя скины поношенные продаешь? Чего? Скины поношенные нахуя продаешь? Носишь, продаешь. Понял. А? Вопрос. Что-то они подзалипли. Бульк? А что, Мить, что это за звуки бульки вот эти? Вот сообщение приходит. Куда? В телефон? Да. А есть? Номера нет, но есть ТГ. А при чем тут РФ до нас? В чат, в чат кидай. Ебать, ТГ есть, не слина. Все, там ТГ закончилось? Один ТГ у нее. У нее просто картинка была, она нахуй исчезла. О, пошло в чате. Не провоцируй их. Кукол тучит. Деньги сами себя не заработают. А. Вот. Пошла, блядь. Блядь. Года идут, ничего не меняется. Во. Какой у нее разнообразный какие-то смс-ки вообще. Булька. Ты думаешь, один Митя такой у нас в чате? У нас их, блядь. У нее, видимо, еще не все сообщения отображаются. Виктория, по факту. Да у нее зависло все, ёпт. Она сама зависла. Сидят, блядь, людей наебывают. А что делать? Можно выйти с эфира и зайти. Да. Помогает. На 2 минуты, блядь.
240 человек. 240, да, человек. Ссылку время от времени, да, закидывайте. Все, нахуй. Он так испуганно сидит, что происходит. А как выебывалось вначале? Все уж сейчас заплачут. Сзади какое-то небо у нее или что это? Повесила свои. Заткнись нахуй. Они не понимают. Мы, нас давно не было, они не понимают. Рен, привет. Блять. Руки трясутся, все уже падают. Ну, конечно, ёпта, все понимают то, что привлекли внимание. А кого уже неизвестно. Занавеска в душевой, блядь. А сзади моется и кукол стоит. Кукол сзади моется, занавеска. И попёздует там еще. И что за хуйня падает, блядь? Блядь, это будет самая эпичная хуйня в моей жизни, блядь. А чё не гадаем? А чё она гадать перестала? Никто не подскажет, не знаешь? Спасибо за актив. Чакра закончилась. О. Ой. Всё, нахуй. 800 зарядили, мы его подкатили. Всё так. Дись, Катя смотрит уже. Сейчас ей всё добро перекинется. Бля, ну они лупят, ёпта, лайкосы, спасибо, ребят. Я знал, что вы скучали по гадалкам. Ну им пизда теперь, каждые выходные. Это все забейте. Ой. Кстати, FNAF чуть в тренды не залетел. Он, по-моему, в игровые тренды залетел. Мне кто-то скриншот кидал. Второй FNAF, ребят, будет в понедельник, уже завтра вечером. Вот, так что держу в курсе. Держу в курсе. FNAF завтра уже проходим второй. Ты это кинул, я скинул, да? Светлану, да. Светлана, неважно. Эй. 46, так, вот она, блядь, я ее помню! Ой, сука! Ты помнишь, погоди, что она нам говорила? Блядь! А я не помню, что я не помню, блядь. Тупи пизда, блядь, просто. Я ее, сейчас, я сука, хочу... помню. Ты помнишь, что она нам желала? Из доброй бабушки, блядь. Вы помните ее 100%. Помните, блядь? У них там целый дом этих шарлатанов сидит. Их там пиздец сколько. Блять! Ну, отношения. Бабушка, были. Да. Вот она, моя 42 хорошая. 42 дарил подарки. Что ждет? Дарил. Сейчас тебе, блядь, подарят. Поехали. Прости, сынок, а бабушка. Бард, на меня уже клали, знаешь, сколько этих проклятий? Вот и клали, и накладывали. Там огромная ваша злодейка. Огромная. Огромная злодейка. Блять, сидят нахуй людям, мозги промывают. Сейчас вам, блядь. И огромную душевную... Пишите душу. Всякую хуйню ей, вот, вообще без разницы, что. Это чистые шарлатаны. Мои хорошие, так, огромная просьба, пожалуйста, не звоните. Я все ваши смски в WhatsApp вижу. А, не только в смски, в WhatsApp. Я, конечно, смотри, смотри, сейчас пойдет, сейчас пойдет. Попасть к бабушке на предновогоднее гадание. Но бабушка всем сделает расклад. Я всем постепенно отвечу. Вы все, ребята, сядете нахуй, всем этим, блядь, сейчас нужно TikTok подписаться, домом, блядь, поделиться эфиром и как можно активнее стучать пальчиком по экрану. Активнее если стучим, ребята. Если стучать пальчиком по экрану не будете... Завали пиздак нахуй, ёпта. Жалобу. А почему трубка не берется? Так какого хуя? Алло. Алло. Мит, заряди ссылку. Все. Так, Маргарита, 27. Когда будет беременность? Не пишите ГГ, пишите все подряд. Пишите им хуйню, чтобы они... Индира, 39. Пишите им все подряд, чтобы они не могли читать чат вообще. О! В чат добро залетело. Ой, бля, отмите, инсайды летят. Следующий вопрос. Здравствуйте, здравствуйте, Елена, 40, Ангел, 47. Будем ли мы вместе? Будете ли вы вместе? Но, моя хорошая, если один быт и молодой человек... Газ на нее, 5, 4, 3, 2, молодой человек, блядь, 47, молодой так, человек. Ирина, 35, нормально. Что ждет? Ирина, 35, пустует Ирина, карта пустоты. Пустоты, полная пустота в кошельке, блядь.
хотя мужчины бывают, но судьбы нету, понимаете? Судьбы нету. Одиночество. Значит, имеется какой-то набат заговор. Заговор? Заговор, ух ты, сука! Антиспамы, имейте в виду, для нас они не работают. У нас стоит антиспам, и хорошее, все проверено, все заранее обдумано. Отдумано, блядь. Поэтому ваши тут сообщения бесполезны, что на телефон нам, что и прямой эфир. Мы все равно также продолжаем вести спокойный эфир, никто никак не помешает. Да, молодец, блядь. Можете наоборот, у нас смотрите, как актив сразу поднимается. Актив поднимается. Эмир, 45, что ждет в личной жизни? Мой хороший, актив поднимается, три точки, жалоба, и все ебашим просто, что это мошенничество, все. И тогда в прямом эфире у него сейчас актив поднимется максимально, блядь. 8 лет, вот смотри, Игорь, душевную боль содержишь, есть бабушки на раскладе, бабушки, бабушка, папа, блядь. Сейчас просто номер надо. 159-я нахуй. Да, вы лучше другим кидайте спама, там лучше. Кукол, там лучше, нет, здесь лучше. Ты пиздак свой в камеру покажи, блядь. Оксана, 24, будешь что ждет потом, до конца года? Скрываться Оксана, до конца жизни, ёпта, в социалках. Оксанушка, радость у тебя в твоей личной жизни. Да, такая хорошая бабушка, так, помнишь, что она Мите говорила? На Карен Бибах, чтоб так, ты сдох, Алексей, чтоб вы, 36, что ждет? Алексей, 36, иди нахуй! Что ждет Алексея? Кого? А вот Алексей о чем-то очень печалится. Вот пиздец печалится, что вас так много долбоебов, блядь. Полоса у тебя... твоей личной жизни, сынок. Вот она. Чего ты охуела, старая, блядь? Так, следующий вопрос. Шахло, ты чё, тварь, блядь, ёпт, я в новую студию переехал, я счастлив, блядь, как никогда, что в личной жизни, что во всем остальном. Ты чё, блядь? Иди нахуй, блядь! Не расстраивайся. Да ну-ка ей, блядь, сейчас ты чё, въебу ей репорт, сука! Так, Сабина, 38 лет, что ждёт? Сабина, 38 лет, бубновый король со своей дорожкой. С куколом. Сейчас туда казарного кинет. Так, Людмила, 45 лет. Что ждет в личной жизни? Сейчас одна. Людмила, нашей 31. Вы что, охуели? Какие 38? Три карты подряд выкинула. Видите? Но были. Вы же в замужестве были. Ебать, 38. Видимо, прикинь, тебе приписали. Но после этого у вас никак не наладится. Она только перешла в раздел Милфы, блядь. Мужчины бывают, точно. Ну, чтобы вот был мужчина для судьбы, для жизни, такого нету. Не будет. Человека. Все, мужчины нет. Закрытые каналы на судьбу, дочь. Такие хуеплеты, блядь. Мужчины будут. И ты посмотри, насколько, блядь... Что она говорит, мужчины будут деньги дать? Ты посмотри просто, насколько, блядь, эти хуеплеты научились, блядь, в людям вворачивать в уши. Это пиздец. Это просто пиздец. Это цыганский, это дом, блядь. Я в ахуе, сколько они... И посмотри, у них все из мрамора, блядь. У нее, видишь, швейцарская, нахуй, это кофта ебаная, блядь. У нее только, наверное, телевизор, блядь, наверное, только не из мрамора. Я в ахуях, блядь, просто. Это просто пиздец. А, телевизор, блядь, смотри, какой огромный, здравствуйте, нахуй. Здравствуйте, Диана, 36, что ждет? Диана, 36, ох, Диану. Проспамьте, Митя. Что ждет Митю? Все проспамьте, блядь. Ну, пусть кукол читает. Удачи, карта есть. И весточка хорошая. Ребятки, дарите корону, получайте ответы без очереди. Кого да пошел интересует ты нахуй, расклад, блядь. Просмотреть себе. Подарил корону, отсосал, блядь. В личной жизни и везде. Обращайтесь на WhatsApp, ссылка на странице в шапке профиля в TikTok. На WhatsApp надо обратиться, да. На WhatsApp надо обратиться, надо телефон кинуть. Следующий вопрос. Георгий, 33, любит ли меня девушка и будем ли мы вместе? Вот она, Вася, выпала. Вот она. Прям первая. Бля, ты прикинь, ты просто сидишь с обычными картами, блядь, просто обычные карты. Просто их тусуешь, и все, что у тебя попадается, блядь, по рандому, понимаешь? Любая хуйня, ты можешь сказать, блядь, король выпал, пиздец, нахуй. Будешь, блядь, королевой. Блядь, шестерка, пиздец, это перевернутая девятка, это знак бесконечности, все, пизда, тебе и все. Все, тебе надо срочно делать, блядь, отмыв кармы, все, все, пизда, все. И ведь в кого-то она попадет. Кто-то скажет, о, бабка, блядь, что-то знает, да ну нахуй, блядь. Я так тоже могу гадать, сидеть, ну, пиздец. Тихо, да, ну, да, что там пиздит там? Финансы. Что там, кукол? Ну дайте финансы, выкидывай больше карт. Дайте финансы. Мои хорошие, чтоб выпали финансы. А где они, финансы? Финансы у бабушки в кошельке, блядь. Так, дальше смотрим. Здравствуйте. Корнелия, 60 лет, личная жизнь. Кармелия, 60 лет. Кармелия. Корнелия, блядь. Ну, какая 60 лет может быть личной жизни? Там все сверстники, уже все. Смотри, смотри, пиздец. Потому что пустота и досада в личной жизни. Так, следующий пиздит вопрос. Не краснеет, здравствуйте, старая, Аида, 28 лет. Что ждет? Что вас ждет? Я, короче, сегодня заходил на трансляцию к одной из этих хуесосов.
И они типа говорят, блядь, ну у вас пиздец какой-то полный, ну вообще пиздец. Ага. И типа карты требуют денег, типа, если карты... скиньте мне деньги, ну типа, то карты, их деньги эти не получат, то у вас не будет расклада, вы понимаете? Типа, у вас карты сразу в жопу. Они так говорили? Лет, что ждет? Они говорили, типа, если, блядь, вы не скинете денег, типа, картам нужны деньги, блядь, нужны деньги картам, нахуй. То есть магии без денег не будет. Это вот это старая вот эта пиздила? Нет, не старая, это другая. Она уже офнула, я уже поработал с ней. Получи карту, хорошая эта карта, хорошая. Но дорожка вам какая-то будет. Так, дальше идем. Здравствуйте, здравствуйте. Ребята, вот кто пишет, как попасть на расклад? Если вас интересует полный расклад, просмотреть себя, свою личную жизнь более глубоко, детально по сферам, обращайтесь на WhatsApp. Ссылочка находится на странице в шапке профиля. 4 года строгача, нахуй. Нажали на WhatsApp, вас перенесет. Поедет, блядь, обращайтесь. Обращайтесь на WhatsApp, я скидываю уже в чат. Что ожидает на работе? Можете обратиться. Возьмите, напишите, пишите в чате, блядь. Пишите, еще раз ссылку киньте. Пишите в чат, скажи, погадай на то, на сколько сядете, блядь. Напиши, скажи, по какой статье пойдете, блядь? Как-то нечаянно будет улучшение. Что там звонят, напишите? А что, кто звонит? Почему нет ответа? Так, дальше идем. Стучим, делимся, подписываемся. Смотри. 25, что ждет? Смотри, блядь, смотри в отражении телевизора, смотри, сколько там нахуй цыган сидит, ебаный в рот. Смотри их, блядь, их там табор целый. Посмотри их сколько, блядь, сзади. Видишь, там какая-то золотая хуйня в отражении. Смотри, блядь, что это такое? Там Мона Лиза, блядь, у нее сзади, глядь. Да ну нахуй, ты посмотри, какая, блядь, сзади висит хуйня золотая. Она, бабушки, погадайте, бабушка умеет, бабушка может. Да. Смотри, сколько, зубы, блядь, висит. Золото, она их вырвала, блядь, все равно поставил. Смотри, блестит все. Давай. Людмила, 56, что ждет? Людмила, 56. Я хуею, блядь. Преодоление препятствий. Сабина, 38 лет, что ждет? Сабина, ударяется. Что за удар такой, доча? Что за такой удар? И пустота, плохая карта. Ребята, кто смотрит эфир, стучим дружненько пальчиком по экрану. Стучим, долбоем, блядь, стучим! Подписываемся. Кто условия не выполняет, на вопросы не отвечаем, мои хорошие. Поэтому дружненько стучим. А почему долбоем, потому что баба там, бабка сидит. Следующий вопрос. Амир, 35, что ждет? Три точки и жалоба нахуй. Все, блядь, репортите, все этих шарлатанов репортите, сука. Добрый вечер, скажите, пожалуйста, Игорь 28, Ольга 24, будут ли они вместе? Будут. Будут ли они вместе? Будут вместе, да? Так, дальше идем. Здравствуйте, Люда. Ты представляешь, это вот каким надо быть долбоебом, блядь, Митя, долбоебом, чтобы зайти, блядь, понимаешь, и спросить у какой-то бабки, блядь, шарлатанки нахуй, будем ли мы вместе с моим молодым человеком, иди свою жизнь строй сама, бестолочь, блядь. О, Боже. Хорошо, улучшение какое-то будет по финансам. Король ни один не выпал, а выпал еще удар. Ударяете, давай. И страдаете. Так, следующий вопрос. Пишут, спасибо. Удачи вам, спасибо. Удачи. Да. Нармин, 38. Скоро ли буду домой? Домой. Когда ты скоро? Нет, ты скоро не уедешь. Да вообще не грабил. Так, Диля, 50 не лет. Будешь сидеть. Не спрашивай. 50 лет, вот она первая тебе выпала, Диля, видишь? Есть она у тебя и давно вот это неблагоприятное, а через нее у тебя нету никакой стабильности, жизнерадости нету. Ребятки, не вижу лайков, стучим пальчиком по экрану, подписываемся, делимся эфиром, дружненько, прям 10 секунд. А, шустро, ну конечно, ёпта. Постучите пальчиком по экрану, ребятка, и дружненько, вот прямо все вместе. Стукаем прямо сейчас пальчиком по экрану. Стукаем, блядь. А я пока расскажу, как сука, попасть на расклад. Русский, ребят, блядь. Многие спрашивают, как попасть, сколько как стоит, попасть? Как многие попасть, спрашивают, кто тебя спрашивает, если придурок? Если интересует расклад, пишите на WhatsApp, пожалуйста. Как пишем попасть на WhatsApp? Заходите на страницу в TikTok. Там будет ссылочка. На ссылку нажимаете, пишем, она автоматически пишем переносит на WhatsApp. На WhatsApp вы пишите, я вам там отправлю прайс-лист, и в прайс-листе все подробно будет прописано. О, сука! Какие расклады есть, сколько они стоят и что в них входит. Ой, расклады, блядь, есть разные, по фото есть расклады, по картам есть расклады. Блядь, лох не мамонт, ёпта. По линиям судьи бабушка обозначит каждую линию. Какое предназначение она имеет в вашей жизни? Прикинь? Очень интересно, правда, узнать. Это предсказание идет, в принципе, на всю жизнь. Вот, вы сможете там узнать, блядь, очень точный и конкретный ответ. На нахуй две поэтому жизни вперед. Желание есть, обращайтесь, принимаем с любой страны, ограничений по странам нету. Вот пишут, можно с Азербайджана, без разницы, Азербайджан, Украина, какая Казахстан, разница, Германия, откуда? Америка, вообще любые Америка. Страны. Принимаем вообще все страны, любые валюты, обращайтесь. Колды сидят, блокируют, так, я знаю, ребят. Вопрос, Наташа, 53, личная жизнь. Номер звоню занят, ну по какой причине, Наташа, я не знаю. Наташа,
ответили. Ажар, 41, личная жизнь. Ажар, ну вот. Я жду, когда им в дверь, блядь, ёпта, ОМОН постучит, блядь, или СОБР. Вот это будет, блядь, весело. Прям в прямом эфире, блядь. Вот это будет заебись. Будем вместе. Будете ли вы вместе? Будем. Вот, Лёша, с любовью, со своей жизнью. Будете вместе? Ой, блядь. Так, идем дальше. Здравствуйте. Катерина, 20, Гераль, 23. Что ждет? Что вас ждет? Радость какая-то в вашей личной жизни. Какая-то, хуй знает какая-то. Наталья, 48 лет, что ждет? Короче, я сейчас, знаешь, что предлагаю? Въебать, короче, вторую волну репортов. Давай сейчас от нее уйдем и еще раз ее, блядь, минут через 20 напомнить, ребят. Мы к ней вернемся и еще раз ее захуярим, зарепортим. Мить, пойдем пока к следующим. Я тебе говорю, у них аккаунты сутки двое, эти аккаунты все нахуй будут забанены. А у них Аки, чтоб ты понимал, 101 тысяча подписчиков. 101 тысяча мамонтов, блядь. Ёб твою мать, бабушка сидит, фармит бабушки, блядь, я не знаю, в каком количестве. Ну, прикинь, она говорит все, что в голову придет. Просто все подряд, вообще все, блядь. Любую хуйню. Он Митя правильно докинул. Заряжай дальше, блядь, жесть, просто жесть. Блядь, они такие масштабы, понимаешь? Они в таких, блядь, масштабах начали работать, это пиздец. Это просто, блядь, трэш. Спасибо огромное, ребят. Спасибо. Добро пожаловать, ребят. Не забывайте стучать по экранчику и ставить лайки, да. Мы ничего больше не просим. Мы просто палец вверх поставил и подписался на канал. Да, подпишитесь, проверьте колокольчик. Очень у многих колокольчик он выключен. Ебашьте, чтобы не пропускать стримы, да. И в Hard Inside розыгрыш айфона. Просто среди подписчиков. Кто подписался на канал и на телеграм-канал на 200 тысяч подписоты. Могу, могу. Как и обещал. Я тебя закинул. Ой, блядь. Там Светлана снова. Опять Светлана. Да они все в одном сидят, блядь. Они все в одном этом, сука, ТикТоке сидят. Опа. Или морального вреда другим людям. Это ошибка из прошлого воплощения ваша по вашей дате рождения. Вы помнить этого не будете. Прикинь, это они же искушение. Это как-то генерируют в какие башке. Какие могут быть у вас? Сейчас, на данный момент, в этом воплощении. Применение физической или психологической силы, насилия, жажда победы любой ценой. Это то, что вас, как сейчас, могут искушать. Обратка. Знак в этой позиции Василий, может дать 18, вам Дарья, 18, ошибки, что вас ждет? Неудачные вас диагнозы, ждет, блядь, совместный прыжок сильные повреждения физического тела. На нападения, травмы. Он если всегда бьет по самому смотреть. Важному для человека – телу. Однако иногда, когда человек очень осмотрительный, способен зайти с другого фланга и лишить, с другого фланга и лишить Сабрина, карьеры благодаря блядь. Искусной работе тайных врагов. Обратка с детства. То, что у вас могло проиграться. Человек рождается. Если не проигралось, следующий хорошо. Пациент. Человек рождается через кесарево сечение, врачебные ошибки во время родов. Операции до 6 лет. Часто побои и драки в школе. Совет. Встаньте на защиту вашего окружения, чего? Но не применяйте физическую силу. Также можно взять опеку над дикими животными. Блять, она в школе, что ли, гадает? Да. Девочки, не пишите мне это здесь биологию шрифтом. Учитывает. Вот вы пишете шрифтом. Я сейчас возьму здесь всех поудаляю. О. Вот кто пишет здесь. ПП, ВВ и вот это вот. Я поудаляю. О. Пишите нормально слова. Пошла вторая стадия, блять. Вторая пошла. Не понимание. Кто будет так третья. Писать, я вас сейчас всех удалю. Всех удалю. Последний раз говорю. Надрачивает, блядь. Смотри, что задумалось. Смотри. Так, ну что? Приступим. Бан-машина. Поехали. Поехали. Ошибка новичка, блядь. Сейчас, говорит, 10 тысяч людей буду банить. Поехали. Там у каждого, блядь, по 75 так, аккаунтов. Следующий. Пошла бан-машина, блядь. Одного забанил уже. Уже двух забанил. На благо, девочки. На немного благо. Еще следующий. Осталось. Они же перерождаются, блядь, как гидра ебана. Один аккаунт банишь, блядь. Два регистрируют, ёпта. Блядь, надо гуся в чат запустить срочно. Так, девочки, пишите вопросы. А можно сейчас гуся Миш запускать, этот Мить запускать в этот в чат? Ну, можно. Попробуй гуся запустить. Еще гуся за работягу запустите.
Бля, раньше креативнее были, пиздец. Обленились все, блядь. Осталось на 20 тысяч аккаунтов, блядь. Смотри, 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 банят сидит. Так, девочки, я пока возьму, наверное, сейчас перерыв. Вот это мудрое решение. Надо взять перерыв. Чтобы у нас здесь больное общество успокоилось. Да, да, да. У нас есть больное общество. Больное общество, блядь. Ну, так хорошо, что они сейчас все вылазят. Я сейчас всех их заблокирую. Так хорошо. Всех. Ну давайте, кто всех. Следующий? Давай, поехали. Давайте. Так хорошо, давай. Я хоть вторая волна. Юра, ну-ка проспам ссылку, блядь. Нет. Какой Юра? Ой, столько людей много смотрит. Я прямо аж рада. Я честно, я прямо аж рада. Она откисла, у нее сейчас не работает ничего. Митя, я думаю, пора рубильник дергать. Надо помочь. Милой даме. Так, поехали, девочки. Поехали, дальше. Девочки. Хуярит сидит. О! Да, дозвониться не можете, да? Не получается дозвониться. Бедные, несчастные. Не получается у вас. Это наш пациент. 100%, блядь. Дабуле чада, напишите. Я, говорит, как цыган сам. Да буле чада, бля. Я не знаю, что это значит, но сейчас цыганем напишем. Нет. Да мошенник. Поехали дальше. Поехали дальше. Цыгане, это же это индусы, бля. У нас тогда 2,5... У нас тогда 2,5 часа аккаунты банили, блядь. Мы заебались, блядь, сидеть в холодильнике. Пошло. Банит, сидит, реально, прикинь. Нихуя у тебя не получится. Ничего не получится. Митя, я думаю, надо переходить ко второй стадии. Сейчас немного поспешу. Митя, так вышло, что... А, даже все? Мне кажется, не ты один. Работаешь по ним. Так, продолжаем. Бля, бабку отключили. Баб. Бан нахуй. Блять. Охуеть. Я вам говорю, репортите, блять, репортите. Эта тема работает просто, ребят, блять, как часы. Очистим, очистим ТикТок от всякого дерьмища, блять. Так, Дмитрий, следующий пациент. Так, смотрю. Бля, ну Цезарь первый был вообще потрясающий. Он в нарезку попадет, блядь. Нахуя, блядь, быть Цезарем, угадать, блядь. Почему нельзя в мага переодеться, блядь? В цыганку переодеться просто, блядь. Цезарем нахуй стал. Дурак неумный, блядь. Это чистка, да-да-да, это чистка ТикТока, блядь. Лучи добра. Бля, они потом говна столько поднимают. Бля. Им еще Митя ночами начинает названивать, надрачивать. Бля, без лица, да? А есть лицо? Виктория 33. Да, смотрите, да. Он хочет быть с вами. Вы должны быть вместе. Но у него закрытые дороги от кого? От женщины как какой-то. Та, которая сильно вам завидует. Как бить? Обман какой-то идет от него. Смотри, он даже думает о вас, радости к вам держит. Но у него закрытые дороги. Не могу. Пишите мне на WhatsApp на полную диагностику. Раз о, диагностика! Стой, Мит, стой! Стой, тут диагностику, блядь, проводят. Фатима, зайди, 22, вот это гадание, добра, Роза. Ан, 28. Бля, нихуя тут диагностика идет. На WhatsApp просят написать. Говно вопрос, сейчас это подожди. Конец. Это конец. В отношении. Это конец. Ставлю на то, что эта трансляция, блядь, продержится хуй да нихуя вообще. Поехали. Фархо 34, Фархуда 34. Будут ли примирения, Узбекистан, будет ли примирение? Пишите номер статьи, пишите, блядь, статья 159, посмотрите, какое мошенничество статья. Примирения нет, но спамьте это не, в чат, не конец, блядь. Я вам скажу, позже же будет примирение, потому что запутанности какой-то есть. Да, пошло. Там бабку отключили, да я знаю, ёпта. Скара, я видел. А? Привет.
Привет, это я, твой сынок, блядь. Ну, я понимаю, не услышали, но я же не запомню. Сетевое подключение нестабильно. Каждого ответа, каждого человека, чтобы я все запомнил. Подключение нестабильно, блядь. Все, пиздец. Смарт, блядь. Все нахуй. Диагностика, блядь. Никакой стабильности. Блядь. Никакой, сука, стабильности в этой жизни нет, блядь. Следующий пациент. А чё? Ну а чё она начала? Надежда. Бля, надо это... Так, Наденька, солнышко, поехали. Ой, снова проблем надо. Поделиться, а ей нема в сети. Надо поделиться. Один только, видишь, в сети. Три. Так, девчатка, кто обожает карту дня на завтра, пишите. Сейчас поделимся. Еще раз говорю, не важно вообще, откуда они. Откуда? Хоть, блядь, хоть с Америки, хоть вообще любые. Адмирал, ты дурак? Сейчас будет все стабильно. В неї все стабільно. Пані Марія, як ви? Так. Іван 18. В чому сука, вас просто. Що жде, Іван 18? Не фільтр ж лікують наклад? Чому не глаза так це пригають, він. Блядь, як у этих? Ви витягнули карту розвитку? В чому? А? Откуда вы, Иван? Вроде в военной форме, да? Издалека, ёпта. Идет. Ребят, не забываем три точки и давать развитие через кнопку. Господи, жалоба. Что-то я включила тут. Кнопку нормально? Жалоба обязательно. Так. Мить, дергай рубильник нахуй. Да. Сатанчик, дочитаю. Ты видишь, Енифер, привет. Всем хорошего, на настроение, ребят. Спасибо. Стучите по экрану, не будет донатов. Не будет рейдов. Митя, отдельное уважение. Согласен. Да, не будете стучать по кнопке лайк, все, рейды отменяются. Я не пойму, что это такое у меня забылось. Тихо-тихо-тихо. Что случилось? А? Что у меня сделалось? А? Московский. А? А-а-а. Что такие? Что такие? А-а-а. Плюс 5 аккаунтов, говорит, легчайшие нахуй созданы. Гидра, блядь. А что такое? Номер нашел? Вторая стадия непонимания. Что у меня получилось? 415-я база, ответьте, прием. Диспетчер, мы падаем, блядь, падаем. Понял, принял. Вычеркиваю. А? Сидит, блядь. Притихло, притихло. Это непонимание. Сначала идет агрессия, потом непонимание. Третье, это, блядь, будет... Алексей Трис, Сабина Трис, что ждет? Алексей, откуда вы? Откуда, блядь? Оттуда. О! Поехали, ебать. Объект найден, нахуй. Поехали, блядь. Процесс, блядь, запущен. Сабина, вы откуда? А? Зеленоград, это Украина, да? Да. Да. Область, блядь. Так, подождите, кто-то мне спамит, дайте я. О!
Пиздец. Все нахуй. Пизда. Блять, научи географию, ёпта. Продолжаем. Продолжаем. Хорошо. Ну, надо было помочь в развитии. Помогли. Помогли, чем смогли, да, как говорится. Бля, я не могу смеяться. Сука, я уже кашлять начинаю. А погадать, а все. Ну все. Маска видел, слетела, блядь. Пиздец она, блядь. Вообще, ты что они за маски накладывают? Блядь, они какие-то маски. Ты видел она в конце, блядь? Чаечек, я думал чайчик, блядь. Спасибо за контент, постоянно смотрю тебя, все понимаешь настроение. Я тут сейчас ферму на 25 тысяч аккаунтов настрою, пойдем работать. Вот это, мои хорошие, вот. Бросил хер сатаны. Новый клиент. Молодец. О, пациенты пришли? Ты как да. Быстро ищешь, блядь, красава. Вот она! Маленькая такая, сладенькая. Поехали. Что очень странно. Сначала не кидайте ссылки. Нормально. Добивайте, ребята, я продолжу. А что она? Что она просит? Сначала все затихаем. Скелет с 15. Что с 15? Да не кидай ссылки, сука, сразу, блядь. Ребята, если у вас есть возможность, дарите розы. Да охуел. Откуда деньги, блядь? Откуда в жопе алмазы? Благодарю. На рождение, брак, уход, развод я не гадаю. На смерть я не гадаю. Смерть. Я вам больше скажу, на это почти никто не гадает. Да попизди мне, блядь. Нам на что только не гадали. Ого. 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 Спасибо большое за подарки. Ого. Не подарок. Так. Ребята. Так. Как у меня слишком много. Если выберу какой-нибудь вопрос. Угу. Выбери. ТикТок продвинул. Алина Витальевна. Что это такое? Что это такое? Это не понимание. Но она на позитиве, кстати. Что это? Она милая, да, на позитиве. Тихо-тихо-тихо, не спамьте ей ГГ, не надо. Возьмите, знаете, что-нибудь, типа... Что происходит? Возьмите что-нибудь хорошее, напишите. Напишите ей, погадаешь там, как единый мозг пишите. Напиши, погадаешь нам? Жесть. Жесть. Я нашел ее ВК, это написано. Мы обнаружили на странице Алины подозрительную активность, временно заморозили ее. Люблю морковку, да, морковка. Ее ВК забанили. Интересно, почему? Но вас очень много, очень много. Ну не, она на позитиве. На детей не гадаю. Блять, на что гадает? На любовь гадает? На свадьбу тоже не гадаю. Статья 159. Да блять, на свадьбу не гадает, ни на что не нагадает. Что чувствует Артём? Ну мы с тобой нормальные? Отношения к Даше 16. О, начинается, блять. Что чувствует? Что чувствует? Поехали. Митя, номер есть? Прямо идем. Поиск пидорасов активирован, блядь. Он вас обманывал. Сейчас позвоним. Он вас обманывал. Алло, ебаш. Но сейчас он чувствует вас какого-то сильного противника, даже вот так. Алло. Даже вот так это происходит у вас. Между вами. Так вот, так. А я не знаю, чаечки нету, короче. И они, видать, запретили это. Сейчас на друг вокруг. Туда можно гусей запускать. Сейчас пойдем, когда на друг вокруг. Ребят, ну это капец на самом деле. У меня впервые такой актив. На 2008 года рождения. Еще и очень непонятный. Какая разница, с какого года рождения, блядь? Сидит хуйней занимается. Мы же не желаем ей ничего плохого не пишем. Почти. Надо заниматься хуйней, не надо людям пудрить мозги. Ни мелким, никому. Не надо, блядь, изначально, тем более, говном заниматься разным. Если есть ссылка на ТГ или номер, можете кидать. Алексей передает вам поцелуйчик. Спасибо большое, Алексей. Очень приятно. Алексей, вам не хотите на 8 лет вас? Иди-ка ты в пизду. Митя знает, ты можешь узнать номер. Ты дурак, что ли, Макс? Ты что, думаешь, я такие данные в чат буду кидать?
КНТГ свой. Опа. Опа-опа. Куда? Куда? Я вам песенку спою про 5 минут. Просто целебрис. Ла-л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 а. Рубильник развития, блядь. Так, это какой у нас по счету? 6-й уже? Продолжаем. Продолжаем. Хорошее, конечно, хорошее. Так. Так, следующий пациент. Урок пошла, видимо, делать. Черный сват, приворот. Снять, сядь. Не понимаю. Инсайды пошли. Ой, боже мой, все начинается, детский сад. Не получится у вас ничего. А, блядь! Так, 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 девочки, сейчас дай. Да! Трансляция говорит, нет! Нет, блядь! И телефон такой, ебать, там бомберов, блядь, бимба. Бимба прилетела, ёпта. Расслабон, там музыка такая спокойная. Она так сильно не пытается. Смерть, блядь. Что тут происходит? Хуя там ноздри аж зашевелились, блядь. Как у коня, блядь. А что? Че? Блядь, две форсунки, нахуй. Бля. Что там? Блядь. Ой, пиздец, блядь. Вообще, она, мне кажется, уже не оживет. Отключить, говорит, у вас меня не получится. Такой мы тебя нахуй. Сейчас я Wi-Fi включу. Подождите, моя хорошая. Wi-Fi сейчас, подожди. Wi-Fi. Здесь выключу, потому что Wi-Fi пошел. Меня хотят. Чтоб я не работала. А, это работа, оказывается? Банят вот эти вот хейтеры или как? Хейтеры. О, все. Ребенок сзади орет, блядь. За тарелку супа. Мама, так, блядь, что, ребенку дай пожрать! Вот сколько они же звонят, переключают. Ирина. Вся хуяка вылезет, блядь. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Скажите, пожалуйста, а когда я встречу мужчину с серьезными намерениями? Ирина, 51 год. А то ебут, блядь, как швейную машинку. Уже 51 год, все, блядь, остановиться не могу. Ей тоже позвонить. Встретить в паре. У вас должен мужчина. Надо еще Ирине прозвону, ебать. Не русская кровь. Корни какие-то очень сильные у него должны быть. Но проблема идет... У меня сегодня видос, у вас проблема. Посмотрел. Надо срочно почистить карму. О, о! Что там? Ко мне на WhatsApp, на Viber. Отправьте свою фотографию, я вас посмотрю. На один вопрос там посмотрю. Понадобится, сделаю диагностику. Или отвечу вам на ваш вопрос, но видя вас по фотографии. О! И разберем, почему вот я вижу вас своим... Дальше, видя вас по фотографии, она найдет всю нахуй информацию в интернетах, блядь. И дальше она ей будет вертеть, крутить, ей палец в жопу вставит, и, блядь, будет этой лохушкой 51-летней крутить, как только может, пока бабки у нее есть. Звук это у нее, у нее. Угу, хорошо, спасибо. Это у нее. Мить, надо дозвониться, блядь, срочно. У нее там вайбер, блядь, ебаный WhatsApp. Блядь. Ну, сейчас попробуем. Алло. Сейчас, ребята, дозвонятся. Пиздец, у меня даже чат остановился. Представляешь, сейчас сколько там звонков идет? Так. Меня кикнули. Интересно, почему? Во. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас, честно сказать, я очень долго ждала вас. Меня зовут Асия, я из Казахстана, мне 34 года.
Нихуя себе, вот блядь. Вопрос, на ютубе чел, блядь, с галочкой зашел. И личную гадает. Жизнь. А, смотрите, что касается работы, в течение 4 месяцев должно с работой хорош, все людям, быть мозг хорошо. Керогазить. Пока идите на подработку. Смотрите, у вас не будут пока что постоянная работа. Представляешь, их слушают. И людям, она говорит, у меня будет работа? Ей говорят, нет, иди на подработку. То есть, блядь, люди на полгода выпадают вообще из своей жизни. Они в эту хуйню верят. Что, блядь? Работа. И в коллективе вы потом только смотри, познакомитесь ноздри, уже блядь, с мужчиной, ля, который будете совместно жить. И этот дурь ведь ждать будет. Я вижу, что у вас финансовый такой куда кризис. Куда ты видишь? Да. Почему да, ты да, видишь? Я это вижу. Да. За что бы да, вы да, ни да. взялись, у вас все... Да, интересно, откуда ты знаешь, блядь, про финансовый кризис? Наверное, потому что она подработку, да, ищет, блядь? Интересно. Что у нее справа за вверху за игрушка там стоит? Сейчас, блядь, дистанционно включим ее. Я сам себе, да, свою половинку. Что-что? Личную жизнь, вот, хочу устроиться, выйти замуж. За какой тебе замуж? Пока что, пока... Я не вижу в данный момент, в данной ситуации, пока я замужем... Только через дат. В течение года будете совместно... Митя, отрубай нахуй. Ну, а потом зайдете, посмотрим, сделаем диагностику. Потом еще раз приди. Хорошо. Еще раз, бабки дай. Блять, я никогда не думал, что столько мамонтов. Значит, посмотрите, я смотрю своим даром в первую даром. Очередь. Да, карты, руны, воск, выливка, это все умею. Но в данный момент я смотрю своим даром, потому что не у каждого есть свой дар. Тот, кто меня знает, тот, кто первый раз зашел. Немножечко о себе расскажу, пожалуйста. Так. Значит, меня зовут Александра, потомственная ясновидящая. Ага. Сама я с Белоруссии. А, ну понятно. Владею черной магией. Угу. Но в первую очередь хочу вам сказать, откуда дар. А? Бабушки, ёб твою мать, включи звук. И... Дура, блядь, микрофон закрыла. Она хуйню заслонила, блядь, микрофон. Пишите, не слышно нихуя. Скажи, звука нет. Пишите, звука нет. Пишите, звука нет, блядь, ей в чате. Я хочу, чтобы у вас было все хорошо. Чтобы вы действительно почувствовали успокоение души. У меня вообще успокоение чувствую, когда у вас, блядь, трансляции оффаются. Спамьте, да-да-да, звука нет. Бля, ебать, там бомберов летит, пиздец. Смотри, блядь. Там подключился к ним. О, еще мамонт. Добрый вечер. Добрый. Алло. Алло. Добрый вечер. Марина, 38. Личная жизнь и по поводу работы. Ой, блядь. Хочу, как уезжать на работу в Италии? Как пройдет с работой? Виталий на работу как уезжает? Ногами нахуй. Без гадания скажу. Алло. Белорусов вообще можно, пишут, накуканиться алло, лет на 20. Алло, вы меня хорошо слышите? Хорошо. Слышу. Работа идет, блядь. Я вас плохо слышу вообще. Какие-то лаги. Я непонятно хочу почему. Поехать в Италии. Как сложится с работы? Чего? Сложится хорошо. Алло. 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 О, сейчас. Алло. Вы хотите в Италию уехать, да? Да, да. Да, один тоже хочет в Зеленоград уехать, никак не доедет, блядь. Италия. Мне кажется, ее сейчас заебет. В данный момент, смотрите, в данный момент. Жизнь. Вы когда хотите ехать? Вы когда хотите... Бля, и бабы, прикинь. Вот несут им по 5, хочу, по 10, да, по 30 вот тысяч, блядь. Неделю. Еще какие 30 тысяч, там по миллионам несут им некоторые.
Сколько? Типа миллион, блядь, за какой-то расклад вытягивал бабу. Лям? Да, лям, даже больше, там полтора, миллион триста вроде что-то. Блять, за лям можно собраться, просто можешь самому в Италию уехать. Что вот там. Ебать, у тебя... Тихо-тихо-тихо, у них что-то проблемы со связью, подожди. Алло. Пишите в чате, нет звука, ничего не слышно. Блять, что-то со звуком у нее. Алло. Напряжение, что-то напряжение. Плохое связь. Плохое связь. Знаю, что... Дар, а дар, дар, дар уходит. Дар уходит, надо срочно поддать дару, блять. Вот им нечего делать. Вот смотрите, у меня даже что пишут. Горит, горит. Не слышно. Читает, да. Читает. И, значит, сложится нормально все у меня. Да заебешь ты, еб твою мать, уедешь ты в Италию, пиздуй, блядь. Не мешай нам работать. А по работать. Поводу личной жизни, потому что два брака и всегда с детьми. Воспитываю без личной, без... Ёбнутая, блядь. Вы не знаете... А! Отправьте фотографию, напишите свое имя, и я все посмотрю. Хорошо, хорошо, спасибо, хорошо, Александра. Давай. Хорошего вечера. Вам не хворать, блядь. Мамонт плюс. Три мамонта, блядь, на в прямом эфире. Мить, как там дела идут? Ну, видимо, телефон, типа... Тот с телефоном, да? Не-не-не, у нее, типа, номер телефона... В другом телефоне, короче, по-моему. Забанила, но она ебашит, банит, сидит. Надо ссылку дать. Ссылку сейчас будет. Они вот пишут, эти. Нечего делать. Детский сад. Детский сад. Хотят не дают работать. Банить. То есть на... Они, ну, просто-напросто... Три точки жалобы, нахуй. Я не могу сосредоточиться. Ага. Почему? Ага. Объясняю. Почему? Не давай. Потому что они так. Звонят и здесь пишут, ага. Что попало. Ага. Да? Так. Они, значит, все-таки сад, проходят, блядь. Проходит, проходит, сад, добро, блядь. Вам дети, ну вам нечего делать, скажите мне. Добро ебашит идет, блядь. Мои хорошие, завтра к вам еще выйду в эфир. Кому не ответила, все. Пиздец. Вы же сами видите, я не виновата. Они здесь сидят и вот что делают, балуются. Балуются. Пишите на WhatsApp, сучара, на Viber, на полную диагностику, на снятие негатива любой сложности. Также привороты. Подписывайтесь обязательно на мой инстаграм. Знаете, что я хочу сказать? Жилье. Мить, я знаешь, что думаю? Мне кажется, что надо теперь активировать рейды гадалок, знаешь, в каком, в прямом эфире. То есть на любом контенте, который я вот стримлю, там в игры я сижу, играю еще что-то, просто 10 тысяч лайков поставили, сразу пошли, блядь, туда к ним. Потому что, ну, я чувствую, что это рубильник активации, блядь, контента. Ага. Ты опять не слышно. Не слышно. В принципе, плохо. Короче, я тебе скинул одного чела, зайди, глянь. У него галочка на Ютубе, блядь. У него 100 с лишним тысяч подписчиков на Ютубе, блядь. Все. Или еще пиздец. Все, не могу сосредоточиться. Энергия, ребят. Энергия, она уходит, блядь. Уходит куда-то энергия. Уходит. У меня дар. Мить. Папка выжила. Ля. В душу нахуй заглядывает. Карина, спасибо за лайки. Блять, нихуя не слышно, заебете вы, блять. Напиши, блять, рот ближе к микрофону пододвинь. Так гадание не пойдет. За актив тоже отвечаю. 1000-1500 лайков, налайкали, пишите, налайкали, отвечаю коротко. Ща налайкают. Опять началось. Карина, ну о чем я говорю? Иди покушай. Иди покушай. Там Карим, Карим сидит сзади. Карина, круто. Сейчас, сейчас. Какой-то Карим нахуй сидит. Или Карина. За шторкой. За шторкой с надроченным, блядь. Карим стоит, ёпт. Да, конечно. О. Сиди тогда, блядь, терпильный уголок, ёпта, как у Озона, блядь. Хуй тебе кто даст, блядь, мошенничеством заниматься. Карина, ну как тебе? Карина?
Не Карина все-таки, не Карим. Аля. О, так они они даже перебольше, уже 293. Развитие ебашит вообще максимально. Лё, блядь. 293, слышишь? Ребят, три кнопки нахуй. Ребята, у жалоба. Вас рейтинг вашего президента не такой большой, как вы мне. Казалось бы, при чем здесь, блядь? Осуждаю нахуй. Блядь, вы все под эту хуйню подпишете. Идиоты, блядь. Сиди гадай нахуй. Так а что кушать, если я ничего не делаю? Так пизду жрать готовь, ёпта! Мужик сидит голодный, Карин, блядь, Карина сидит, ждут все. Пока бабка, блядь, нагадает. А? А? Не, ну я Карина, я пока воду поставлю. Хай воду они ставь. Поразвлекают. Угу. Блядь, реально шторка нахуй из ванной. Ялта, парус, в этом мире только мы одни. Реально, реально, блядь, у нас ванна ебаная, блядь, сидит нахуй. Бля! За шторкой куколд, блядь! Бля! Ходит, блядь! Сука! Стримеры, блядь! Пожилой дельфин, нахуй. Блять. Воды нету. Чё там по рейтингам? Воды нету, блять. Главное по рейтингам, да, пиздануть. Чё там за забором, блять? Похуй, что у меня пожар, блять. Но за забором это самое важное, чё, да. Ах, блять. Сейчас будем из хуя, блять, варить суп. Из трех залуп. Нет. Пока она съебалась, можно другой залететь. Давай, давай. Это пока в спящий режим ставим. Поехали дальше. Сейчас она придет, мои, блядь. Блядь. Это такой вообще пиздец. Бля. 10 тысяч лайков за час. Кого? Вы что, реально все ставите лайкосы? Понял. Зашел на эту хуйню? Какую? Ты уже закинул? Я закинул последнюю. А то я уже готов звонить ей. А, нет, Казахстан. 5 секунд. Вот она! Поехали. Алло. Ты вовремя, да-да-да, зашел. Алло. Данный вопрос. И это поэтому... Как бы легче тем, кто карт не знает, знает лишь одно всё значение. Так. 10 карт вытащит, 2 знакомые карты увидят и вам расскажет. Произошло. А ты их знаешь, блин, практически все, наверное, если не все, то и перечисляешь, конечно же, в каждый момент, потому что они отыгрывают. На нахуй. Вот, как-то так. Ин, что будем спрашивать? Паровозик, тех, паровозик, тех. Мы за дружбу, мы за мир. Не понял. О! Алло. Алло, бля, кухуй. Номер занят, ты что за хуйня? Кать, тварь. Похорони вот этих вот, которые похорони. Пишут всякую херню. Добро, блять. Вот эти все. Да. А, ну, в принципе, пусть пишут. Уроды эти. Уроды. Чем больше они пишут, тем больше будет комментариев. Кто это? Я не знаю, кто это. Кто это? Это хейтеры. Хейтеры. Скажи бронетранспортер. Вот эти вот зашли толпой и пишут мне всякую херню. СМС-ки уже. Ладно, пора заканчивать. Ватсап бомбят. Я думаю, пора это. Телеграм. Телеграм. Телефон. Не, ватсап хуёвое слово, а вот телеграм. Поблокируй это. Охуенно. Поглуши их. Поглуши. Что смс тоже пойдет? 159-я статья. Так, хуяк. Кать, ты тут?
Ой, блядь, поздравляю с переездом в новую студию. Спасибо, ребята, огромное. Не-не, аноним мы все кидаем, брат. Все-все подряд кидаем. Спасибо. Катя! Мне нужна твоя помощь, срочно. Алерма! Катя, помоги мне. Катя, ебут! Ребят. Так, блядь, пиздец. Пиздец. Катя! Сейчас, сына, подожди, я отвлекусь, мне надо кое-что здесь поделать. Там, блядь, вообще песня, ёпта. Телефон плавится, блядь. Катя, у меня он под столом сидит, куда ты, блядь, спрашиваешь? Алло. Занята, блядь, какого хуя? А че, почему она занята? О. Ребят, все... О. Алло. Сбрасывай! Смотри, 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 смотри. Она все не скинет. А, там много звонков? Конечно, много. Я могу еще вот так вот сделать. Пиздец. Человек с ума сойдет, блядь. Алло. Она, видимо, приняла, она даже не стала сбрасывать. Это принятие, принятие уже идет. Это четвертая стадия. Она банит, банит всех. Какая, говорит, кнопка перезапускает компьютер, блядь. Спасибо. Спасибо, Чечек. Да, ребят, кто вне стрима, кстати, зашел, подписался на Boosty, поддержал копеечкой. Спасибо вам огромное. Мое почтение. Спасибо, я вижу, ребят, вне стримов там очень много подписывайтесь. На стримах, вне стримов. Спасибо. Непонимание, непонимание. Смотри, идет. Смотри, 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 смотри. Замолчало. Гадание временно прекращено. Подписка сколько нам вычитает? 100 рублей в месяц. Серьезно. Как-то Алексей, одна молодая гадалка, нагадала 3 года без кекса. Он ей тут же догадал, что она шарлатанка. Был такой. Приехал к ней домой. Ну, естественно. Катя, Катя, мы падаем! Катя, мы падаем, блядь! Я тебе скинул в Дискорде кое-что. Ну, смотри. Все, пиздец ей. Нихуя себе, блядь, это она же? Да, я понял. Да. О. Это можно показать. Да, я понял. Неплохие. Неплохие шарики. Нихуя себе, блядь. Что-то у нее со связью. Ребят, а что со связью? Она сбрасывает, правда? Не все сбрасывать получается. Да я поняла, что... Спасибо, ребят, за спонсорки. Да я поняла, что у вас... Все. Смотри, смотри, пожевать немного, более-менее. Тихо. Ненадолго, видимо. Блядь! Катя! Да я поняла, что... А, блядь! Катя не помогла. Не-не, во, жила, жила. Так, ну что вы там еще? Это трансляция еще. Какие у вас еще там еще? Давайте, какие у вас еще аккаунты? Хера она рыпанулась. А, ну и банят, банят всех, блядь. Смерть, блядь. Дают быстро аккаунты прям, чтобы... Это ты что, создают быстро? Это же реально, последователь правильно сказал, это как гидра, блядь. Голову одной отрубил, блядь, один аккаунт забанил. 25 новых создано, блядь, с одного клика, ёпта. Ты прям, чтобы меня достал, прям, чтобы меня достал. Что-то и совсем плохо. Борется, блядь, борется, молодец. Борьба. И треснул мир напополам, дымит разлом. Ладно, да, вот действительно много, хер с вами. Хер с вами. Ой, блядь, их правда много. Катя, нас так, ебут. Так, ладно, бог с ними. И хуй с вами. Действительно. Пошла дальше банить. Бестолочь, блядь. Кать, да ладно, пусть они херачат, я так поняла, это уже бесполезно. Херак! Херак, херак, еще хомяк. У меня никогда не было так много народу на стриме. Популярность она такая. Тёмыч, спасибо.
Иногон, заходите ко мне. Ребята, ребята, мы же сотрудники. Это третья стадия пошла, это бан-бан нахуй. Бан. Последняя стадия, это простите меня, пожалуйста. Надо. Третья, пятая это извинение, блядь, и дружба. У меня премиум подписка на бан. Давайте дружить. Чё, Ин, говоришь, там смотрим, пиши. Аля. Эти идиоты даже не понимают, что они делают большую услугу. Услугу. И жалобы, да, не забывайте для ебашить. Меня. Да, да, услуга. Когда новый аккаунт создашь, чем больше, блядь, они будет пишут, пиздец, тем услуга. Больше зрителей приходят на стрим. Да, 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 попизди, блядь. Вот, три точечки, жалобы. Да, пишут, да. Мошенничество. Алло. Катя там хуярит, так, отключает. Так, про завтра. А что про завтра? Состоится ли завтра кое-что? Да. От петушат ли, блядь? Мить, мне кажется, пора выключать. Катя, ты тут? Да под столом, Катя, Катя, вон сидит, блядь. Напиши, ты тут? Нет. Ты мне уже по другому поводу нужна. Нет, мне Катя нужна. Да ты закрепи комментарий только. Пусть они там пишут, они уже миллион звонков сделали вон. Как бы сказал Владимир Иплич, Ильич, осуждаем. Как вши, блин. Распространились. Распространились, блядь. Так, состоится ли завтра интимная связь, да? Да, выебут ли ее. Катя уже ебут. Как вши, блядь. Состоится ли завтра интимная связь? Может быть, ты? Белый, спасибо. Состоится у них нихуя. Венец Беспрач. А, 43 ему уже. Исполнилось, да, блядь, 2 года сразу вперед. Не состоится венец Беспрача, блядь. Отсутствие ебли и секса, блядь, на всю жизнь, нахуй. Не, нихуя не срастется. Опять если кулак ебать будет. Если ты сама сделаешь это, то да. Если нет, то нет. Вот это гадание, блядь. Но если это произойдет, это будет конкретно. То это произойдет, блядь. Потом. Для тебя. Для вас. Блядь, для тебя, для вас. За нас, за вас и за Горгаз, блядь. Вот, конечно, и в лучшую сторону. Но я хуею гадание, блядь. Лично он не будет... Не дойдет до этого. Нет, могут быть какие-то действия, конечно, но короче, могут, именно может, конкретно чисто до этого момента полувялого, дойдет, блядь. Если ты не настоишь. Короче, полувяло. Слушай, может чисто по губам поводить и все, блядь. Я сейчас спрошу, будет ли он первый. Будет, блядь. Какой первый, ёпта, у нее уже, блядь. Мы, говорит, трактор здесь третий день ищем, блядь. Ты говоришь, первый. Ой, блядь. Ну, не надо, да, отвлекать Катерину, она занята. Сидит, сидит, смотри. Инна, нет. Ты тут? Инна. Инна, хуй отсюда. Извините. Бля, мне сначала кажется, что она как будто в самолете летит, нет? Ответы платные. Как будто иллюминатор, знаешь, правда. Ответы платные. Или от 100 монет. Всех приветствую. Сейчас тебе напишут. Бля, молодец, долго держится. С перебоями, Инна. Правда. С перебоями, ну, конечно. Блин. Чё, спрашивать, будет ли он сам инициатором? Что с чатом? На меня напали хейтеры. Знаете, когда есть это чужие напали на тебя, это как сказать? Как сказать? Там какие-то насекомые, тараканы, мошки. Вот это вот у меня произлучилось. Блядь, произлучилось. Они мало того, что Лена мне звонят, у меня уже закрылся WhatsApp. Приложение не отвечает. И в ТикТоке они меня атаковали. Короче, они меня по всем соцсетям атакуют.
Сейчас еще подожди, до Инстаграма не добрались. Аноним, спасибо за 1200. Будем ждать, пока им надоест. Мне-то без разницы. Пусть они хоть это, хоть что делают. Нам надоест? Что, сумасшедшие? Это вы лучше идите тем, кто новичок, кто только зашел в ТикТок и начал вести стрим. За 3 года-то вы меня не удивили уже. То есть, видимо, я не впервые так. Ну, я не впервые ебут, конечно. Ссылку закиньте на нее. Кто-нибудь зайдет, скажет, нифига у нее, сколько народу на стриме. Прям 3 года назад, слышь, 3 года назад, блядь. Без вот таких вот. Она помнит 3 года назад, что было. 3 года же мы назад делали что-то, нет? Это же 3 года назад мы делали, да? Видимо. Да, помнит рот, блядь, чем дело пахнет. Сейчас я тебе нахуй прикурю, блядь, где-то. Было и прошлое. Сейчас я тебе сделаю, блядь, селфи-тайм, нахуй. Потянешь, блядь, как 3 года назад, ёпта, будешь потом во всех соцсетях дудеть сидеть. Ты пиши. Пиши свои смски. Алло. Блядь. Алло. У нее зубы вниз падают, да у нее маска, вот, видишь, вот кружочек. Эти бестолочи, блядь, нормально маску настроить не может, ее поэтому один глаз, блядь, больше, второй меньше. Ее косоебит. Нет, 3 года вы у меня не были назад. Да, попизди, блядь. Я про нормальных людей, я же Хабилов говорю. Нас что победить надо, я не знаю, самому себе отсосать, блядь, проще, чем нас обидеть. Мы столько уже наслушались, блядь. Вообще поебать, гадать снова не будешь. Я же говорю, надо про этот вопрос спросить. Друзья мои, пишите вопросы на Каспий. Не пишите, пожалуйста, комментарии. Видишь, ждут нашествия. Тараканы просто атакуют. Как говорил один великий полководец, поедешь отдыхать, у меня друг Коба на южный берег Северного моря. Поработать надо! Так, будет ли первый сезон? Зараза, блядь. Смотри, идти на контакт завтра с сыном. Вообще-то я тоже картавлю, но картавить можно по-разному. Нет, когда с причмоком картавит, то это нормально. Сергей, а когда вот этой хуйней страдает, тоже не гадалка. Спасибо. Контакт сексуальный, сын, 36. Блять, мужик заходит, 39 лет гадает, выебит ли он завтра Светлану, которой 36. Ёптую мать, ей 36 обычно. Лет, 36 ей, блядь. Хотя это пиздец какой-то, блядь. Чтоб ее ты не выебал, ты должен быть, я не знаю, дураком, блядь. Блин, конченым, ну, нахуй. Какие-то намеки. Какие намеки? Вы что, школьники, блядь? 36, там Светлана, ну, нахуй. Думаю, она ждет, блядь. Но... Говорит, господи, выеби, пожалуйста. Ну, как блядь. Сказать? Есть, конечно. Ой, блядь. Светлана, 300 метров от вас. Куплю пиво, сделайте. Куплю пиво, да. Ну, тут такой момент, дам как жопу, не скажешь, блядь. Да, вот здесь, вот в стриме. Если. Ты, например, ему скажешь, все, мы коллеги. Какие коллеги? И в этот момент сразу же все прекратится. И в этот момент сразу какие же. Коллеги? Если про коллег коллега, блядь. Говорить, например, в этот момент, а полностью идти в унисон в действие, если пизда. Какие-то будут подхватывать, то да. Но стоит только сказать, мы коллеги шепотом, какие-нибудь, да, там, либо еще что-то. Спасибо за подарки. Подарки. Все, сразу же может все вот это вот дело прекратиться. Блять, кто в это верит? Да, очень что даже... она несет, блядь? Но напряженность у него что все равно будет оставаться. Она несет? О! То есть это... Одну секунду, подожди. Фиг его знает. Суп сварила, нет? Ты спрашиваешь или утверждаешь, что он долг отдал? Да, я думаю, там все нормально. А, спрашиваешь, да? Ну, ничего не говорил, во всяком случае, слышишь? Во всяком случае, ничего не говорил. Поэтому... Суп готов, нет? Спроси, суп приготовила? Нет. Напишите ей в чате, проспамьте ей. Суп приготовила, нет? Все нормально прошло. Это как губу сексуально прикусывает. Там челюсть просто выпадает, ёпта, заебал. Сейчас вывалится челюсть. Какой суп? Она ходила варить суп, у нее дома жрать нечего, блядь. Она говорит, пойди хоть войду, воды поставь, солью сделаем, блядь. Ну, обратно начинает.
Будет ли секс с гадалкой в прямом эфире? Да, кто на Бусти подпишется, я скину обязательно видос. Решили мне поднять это. Ребята, а вы соображаете, что вы поднимаете людям это? Еще одна, блядь, вы поднимаете. У них одна песня. Рейтинг. У них, короче, мы когда расследование вели, нам одна гадалка, короче, созналась тогда. У них есть, как это называется, типа... Общий чат. Да-да, общий чат. Кто за ними следит, они выходят в определенное время. Там пизда. Там как таксисты, помните, раньше у вокзала, что ты хуй туда еще попадешь? Там вообще просто свой мир, блядь. Там просто вот, знаете, вот, то есть, там вообще просто вот. То есть, там пиздец, там, да-да, там менеджеры. То есть, ну, там, представляешь, бабки какие крутятся. У меня только рейтинг может подняться от вас, и все. У тебя давление сейчас, блядь, поднимется. В ВК-плей сегодня идем, будем смотреть кинчик. Это очень хорошо. Очень хорошо. На ВК-плей сегодня будет контент, который, блядь, это мы разогреваемся. Чтобы вы понимали, это мы сейчас на разогреве. Мы сейчас пойдем... Блядь, я боюсь даже нахуй... Экран, блядь, даже включать боюсь, сука. Тапаем. Что, фапаем, что она говорит? Все фапаем дружно, нахуй. Мать, уже и так, блядь, уже... Ага. Так, вот это всем, кто заходит, вы знаете, что я навожу, могу наводить код. Ты че, бабка, ёбнулась? Сидит ей, кукол-то ей рассказывает, как говорить надо. На кого ты там что наведешь? 200 монет, наведу порчу. На кого, блядь? Тебя жрать дома нечего, бестолочь нахуй. Мужик, блядь, сидит голодный за шторы, ёпта. Самоотсосом занимается. На кого там надо? Подсказывает. Прямо сразу тут. Прямо не сразу. Не отходя от кассы. Сразу, не отходя от кассы. Мы СОБР можем навести. Порчу не умеем, СОБР можем. Нас там, ребят, ебать сколько работает. Так что, желающие есть? Пиздец, все испугались. Я орирую, блядь. Как у тебя дела? А? Ну да, или как там называется там? Порчи, да-да, давно мы не слышали. Сейчас выйдет ночью черепаха, да? Да, Ярославочка, я понял, а ты от нас, Ярослава. Пиздец, ей надрачивают. Поясни за порчу. Сидит. Стадия принятия. Какие вы молодцы, ребята. Ну что, никто не хочет порчу, чтобы я навела на кого-то, не? Кого она что навести-то может? Ой, блядь. 500 монет, наколдую понос. Да. Ну, 200 монет, и я наведу. Ему спасибо. На закладку, блядь. Осуждаю. На что она еще может навести, блядь? Порядок у себя дома. Порядок, да, у себя дома. Да, уже давно закипело. Я вон на палату 23 наведу порчу. Он сейчас как раз в Таиланде, блядь. Будут попадаться только с этими, с джуджунами, блядь. Да. Здорово, Мартис. Сидит, масло. Блядь. Ну, конечно, если кто из вас, конечно, читал книги, вам, конечно, это далековато, наверное, до книг. У тебя кукол за шторой, блядь. И дома хуй, просто хуй, понимаешь? Там воды дома нет, блядь. Ты о чем вообще? Наведет, блядь. О! А, ну это Ярослава ответила. Митя, скажи, почему в свитере она дома сидит? Я поняла, кто ответил. Кто ответил это? Выключила. Я так и понял. Ну там за кофтой, видишь, сзади.
Да я вижу, вон там кукол шарится, блядь. Не-не-не, у него... Вот под кофточку какая-то хуйня. Убегает по книгам что-то туговато. Я так смотрю. Правда? Бля, она такие вообще выдает перлы, блядь. Я у Петросяна таких не видел. В чем-то здесь книги. Какие нахуй книги. Митя, я думаю, пора офать нахуй. Бабушке надо отдыхать. А куда ОМОН-то едет? Далеко ехать. Их же по дороге тут убьют. Тебе домой. Там свои есть. Я думаю, тоже отработают. Нас смотрят из разных уголков. Необъятный, да. По всему этому. Да. Там везде ребята смотрят. Как бы, ничего не поменялось вообще. Похую там. Буквы другие, а смысл тот же, блядь. Да это за вами только ОМОН может ездить. За нами ж не едет. Конечно, нет. Тут все, да, вот. Тут раньше... Тут честно работает. У тебя даже раскладка е украинская. Вот. Значит, листа ее ТикТока настолько наклепала, просто она по 10 видео в день делает на протяжении 10 лет. Она? Сердечко. Она говорит, вообще. Ага, ваш вопрос. Ты вот зайди к ней в профиль, так охуеешь. Да нахуй она мне надо. Сегодня не ответили. Сегодня? А ее смотрит три куколда, блядь. Вчера, что, на 10 лет выкладывает видео? Сердечко. Ну там их никто не смотрит, да, ее там по 300 человек. Ну, где-то косарь, там. А 10 лет выкладывает видео? Да хуище, я не знаю, сколько я листаю, блядь, у меня фулл экран по 10 видео, блядь, на каждой странице. Продублируйте вопрос, вас нихуя себе нашел закрепит. Что? Модератор, блядь, отсутствует. Развитие присутствует. Где я ничего нашел? 10 лет вхолостую. Она найдет выход, она у меня... А? Ага, Лилия 36, Александр 52, его чувства... Так это ёбнуто. Да правда, блядь? Ты только сейчас-то заметил. Блядь, аж клюнул. О, смотри, котик. Блядь, я эту бабку заебу нахуй, пока она не офтит. Я тебе серьезно говорю. Давай следующего пациента, блядь. Сейчас. Ох, блядь. Пожилая деменция. Это просто, это песня. Я тебе говорю, они никогда не закончатся. 11 тысяч лайков, ребят, поставили. От души спасибо вам огромное. Это очень сильно. В телегу, ребят, подписывайтесь, не забывайте. Чтобы не пропускать стримы, стримы ежедневно в 6 вечера по Москве. По московскому времени. Так, погнали. Так. Покажи, друг, вокруг, блядь. Нас нахуй забанят здесь, блядь. Блядь, только тебе ссылку скинул, сразу ведущий отошел. Я не удивлен даже почему-то. Почему я только зашел? Я даже ничего не блядь, делал. Блядь, ребят, ну друг вокруг это пиздец. Это страшно, нахуй. Ты вот сидишь там в компании, вот увидел мужчину, вот просто вот потерял, просто сработало, я хочу его. И ты его получишь же, правильно? Это по-другому делается. Ну вот это, блядь, даже. Бля, ребят, ну там, там пиздец фрикина. Он женатый, не женатый, ты сказал, что я, блядь, его получу, блядь. Эти многие девчонки так и сказали. Я просто боюсь даже нахуй экран открывать. Екатерина, да? Ну там вообще пиздец, там, я тебе говорю, там, ну там просто песня, блядь. Прям серьезно, там, я боюсь вот просто этот контент смотреть на Ютубе. Я очень боюсь это смотреть. Там. Это вообще пиздец. Там вообще. А женщины, блядь. Там вообще просто, там, блядь, там просто содомия. Просто. Сейчас мы на Ютубе, потом туда пойдем. Там вообще песня, блядь. Там просто. Я просто там боюсь это сидят. Смотреть. Там кого там только нет, блядь. Там, сука, все фрики собрались, блядь, в одном месте. О. Салам, салам, илейкина, салам. Рахим, тизгиш. Hilal'e 24'de ne vaxt sen gidecek. Yoldaşımdı. Geliyordu.
Ayça. Yerde. Bak sen de sessiz baktın sen kadın alın. Aykut Hanım Allah bilir değil mi balı eleyecek. Daha. Biz gelin şekli koyup dedi Nazlı 24 toy ne vakit olacak gelin şekli de koyup daha Aykut Hanım. Nazlı 24'de toy ne vakit olacak. İnşallah. Yeni ili keçirt eleyeceksen toy kadın alın. 35. Вадим, Новосибирске, 31. Развитие будет. Вадим, 31. Развитие будет. Вадим, 31. Развитие будет. Вадим, 31. Вадим, 31. Нет. Развитие будет. Блять, за смех умру, если она ебать нет, нет скажет. Будет, Вадим. Ой! У вас все будет хорошо. У вас все будет хорошо. Лет через 20. Bir sualım var, verebilirim onu size. Привет. Ver, ver. Aydın hanım, Elena 24 yaş, görün ona evlilik var mı, yok mu? Elena neçe? Elena 24 yaş, Aydın hanım. Elena 24. Elena. Спасибо, ребят. Elena. Elena. Да, им спам. Я даже не удивлен, на два сколько выросли Эмили на этих спамах. Барма. Эмили Барма. Ссылка просит. Блять, у меня картами прям шубу. Неса проблем берем, ханам, да-да. Эвлили чёрт, неса бир проблемлер вар бу ханаму. Неса özünde narahatçılık görürüm bunda. Эвлили вар, неса özünde неса вар бунда, неса. İrina. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Bir bir ben bilmiyorum. Sen de görürsen de. Bu boş heriflerini niye atırlar böyle? Ay ema onlar atsa size onlar gelirler. Özellikle spama salırlar. He, onlar spama salır ona göre. Onlar spama salır. Oh. At sessizi onları görürsen ki. Hamsın. İmat yine. Onlar Ukraynalılar. Onlar çok hanım. Bir o günler mene. Bilirim. Ümrelerine sen çorbağı üstten. Блядь, у меня такое ощущение, что у меня из кармана что-то спиздили, блядь. Ничего не понятно. Мить, кидай, блядь, чтобы хотя бы на понятном языке разговаривали. Сейчас. Блядь, ой, нихуя нашел. Боже, блядь, что это за фотки нахуй? Что это такое? Ой, блядь. Я потом... Я в бусте скину после рейда. Ты смотрел, что ты скинул, блядь? Это пиздец. Это... Я даже, блядь, не хочу это показывать сейчас. На стриме в бусте людям, блядь, выложу. Нихуя, блядь. Она тоже гадает? Мить. Да. Не молчи, мне страшно, блядь. Я просто хочу кое-что включить. Видишь вот эту хуйню? Какую? Смотри внимательно. Утратив искру, мы лишились возможности вернуть нашу планету к жизни. Но судьба в награду подарила нам новый мир, который мы назовем своим домом. Блядь, осуждаю нахуй! Выключи, блядь, долбоёб! Меня зовут Оптимус Прайм.
Да выключи, блядь. Мой автономный робот-организм. Она уснула, блядь, или что? Что это? Дай знак, блядь. Время. Проснулись. Пиздец, блядь. Алексей, спасибо. Гадалка, гадалка, да, тоже. Она перестала слышать. Ой, господи, блядь. Затихло. Бля, сейчас кого-нибудь хукнет из кустов, пиздец. Алло. Поехали. Кто там? Алло. Алло. Блять, мне очень страшно. Алло. Блять, заебался уже, кажется, я сегодня наржался, блять. Вчера голос, блять, сорвал. Пиздец. Пойдем на друг вокруг сразу после вот этого стрима на ВК Плей пойдем на друг вокруг. Там вообще пиздец будет. Монстр сразу. Осуждаю, Каролина. Бля, это чисто я... Все нахуй. Чисто я хочу куда-нибудь в МФЦ дозвониться, блядь. Вот это типичный вот человек, кто, блядь, в МФЦ работает. Вообще похуй. Просто у них иммунитет, блядь. Все. Нет, пауза. Отдыхать пошло. Погнали дальше. Бля. Это просто забей, это... Ой, блядь. Мужчина. Это вообще, это прикинь, это очень страшно, блядь. Так, погнали дальше, ребята. Так, что у нас там дальше по Некселю? Я тебя скинул, чего по Некселю. Так, дальше у нас по Некселю. Ты долбоеб, скажи мне. Смотри, слушай. Пошел нахуй. Я. Ну посмотри, блядь, хотя бы первые две минуты, блядь. Мы тебя арестуем, если ты не придешь. Мить, иди просто нахуй. Я тебя очень, блядь, прошу. Я нас забанят, блядь. Ты все каналы забанят. За забанил, что, блядь? Я за что тебе, блядь, два канала уже снесли, дурак! А вот Twitch ты снесли. Сумасшедший, блядь. Там всего лишь негры. На Ютубе, блядь, ты смотришь. Ой, блядь. Спасибо за подписку, ребят. Она ожила, кстати, Светлана. Где? Это через последняя? И. Да, да, через И Светлана. Бабка просто спит на зале, кто-то пизди, блядь. Вообще похуй. Нахуя бабка вообще нужна? Колбаса такая сидит. Не пойму, что здесь, блядь, происходит, я пытаюсь понять. Что там в чате, блядь, они пишут, сука? Ты видишь? Школьники, ёпт. О.
Качки перекачки. Перекасание было и полностью, да? Она вообще разговаривает? Я не знаю. У нее американский рэп на фон. Что происходит, блядь? Михей, спасибо. Это пуши. Хука на бите. Измором берет, блядь. 400-часовая смена просто нет. Блядь. Там телефон просто, блядь. Он не замолкает. Жду всей деревни прохождения ФНАФ, когда будет. Так я уже первую часть прошел, а вторая в понедельник, завтра. Все как положено. Все как часто, да. Завтра 18.00 ФНАФ. Вторая часть. Что здесь происходит? Блочит всех сидит, что ли? Нет. Просто спит. Да поцеляй, походу. Ману копит. А как она гадает, блядь, молча, что ли? Хоть новый уровень? Тем можно, ладно, ты и гадает. Кукол, кукол пришел. Аля. Ты видел, если накатнул? Нормально. Что меня пытаются перебить этого? Нихуя себе! Цей в ефір, щоб я не заробляв. Та дзвонять на той номер. Ти я не пуджу, блядь. Нихуя, блядь. Лучше б она дальше молчала. Блядь, у меня ж наушники побелели, ёпка. Блять. Джаспер, спасибо. Сейчас знаешь, что будет? Поем, блять. О, спасибо. Спасайтесь все. Маска Т-3000, блять. Пиздец. Ты недооцениваешь силу темной стороны. А что? Нахуя на синизде, блядь? Я не знаю. Я просто не понимаю, что происходит. Чмагать немного, или чтобы сидеть чмагать спит. Просто не пойму, что человек делает. Мне, блядь. Мне вот что интересно. Что происходит? Я не просто так не переключаю. Я реально какая-то хуйня вижу. Что с очками, блядь? Что съебал? Я бы чего-то покусали, что ли? Или что? У вас астма. У меня денег, блядь, больше, чем у тебя в 10 раз. И тут скоро кто-то упал в задник. Ой, все. Че?
Аня. Все, пиздец. Кастрюли пизданулись. Это какие-то новые стадии. Ой, бля. Да все. Это пизда. Все, надкисло. Пошли вон, сказочные твари. Не будьте здесь как дома, блядь. Это мое болото. Трубка вообще. Блядь. Видимо, трубка клевая. Как это вообще работает? А как они, подожди, как они? Они даже не разговаривают даже, прикинь. Ну, сила мысли. Блядь. Наш гадалка, брат. Давай парочку ластецких и пойдем друг вокруг. Сейчас, секунду, я замучусь. Да, кстати, ребят, я забыл даже, блядь, рекламу сегодня сделать. Все как всегда, в первом закрепленном комментарии, ребят, ссылки оставил на Винлайн. Кому не впадло, перейдите, просто зарегистрируйтесь. Что дальше будете делать, мне насрать. Я говорю по-простому, мне кажется, я скоро без рекламодателя останусь, но типа как есть. Вот, поэтому кому не сложно, там 2 секунды. Я говорю, да-да-да, блядь, все, обязательно так и передам. Спасибо. Спасибо, от души всем это, да, в закрепе будет. Ты нашел? Я смотрю, смотрю. Интересно, смотри, чтобы с лицом было. А хуй ты мучишься, если я тебя на стриме слышу все равно? Ну ты, блядь, что, это гениальный муб или что? Бля, сколько мы их сегодня гадалок отключили, я не знаю, это вообще трэш какой-то. Да-да-да-да-да. Это картинка, как артовод выискивает себе жертву на КД, да-да-да. Знаешь, такой водит по карте, говорит, сейчас я тебя, сука, сведусь, блядь. Помните, в корпорации монстров была злая слизь, кажется, надо... Прекратите, нельзя так говорить, нельзя. Мы не за этим, мы главное, чтобы они мошенничеством не занимались. Тем временем, кстати, 12 тысяч лайков уже поставили. На 15 тысяч новый рейд, я напоминаю, 3 тысячи всего осталось. Блять, вы прям за стрим решили, что ли, поставить? Так, Митя ищет следующий. Я нашел. Давай, поехали. От Алексея и Марка привет. О, огромный. Спасибо за донат. Все, потом забить будет. Опа. Ну, с лицом, видишь, они не часто с лицом. О, поехали. Ты с лицом, но с номером. А вашу пару хочу обязательно видеть. Очень много негатива вам кто-то посылает, Наташа. А, Наташа, не важно. На разрушение, на холод и на расставание. Свяжитесь со мной. Ссылка на WhatsApp шапки. За звук. Либо личное сообщение. У нее? После эфира свяжусь. Вибратор. Стоит ли сейчас менять работу? Стоит ли сейчас менять работу? Польша, смотрим Польшу. Или на 50, стоит ли сейчас поменять работу, или на 50, или на 50. Что она делает так рукой? Ирина, призадумывались. Что за глаза, да? Смотри. Немножечко на смотри, блядь. Хуя, но... мистика. Не надо, не надо, пока не стоит. Лучше я не увидела. Когда лень бороться? Дельно за 41, Киргизия, дельно за 41, если порча, Киргизию смотрим. Дельно за 41, если порча, дельно за 41. Посмотри, ать, в чатик. К сожалению, есть очень сильное магическое влияние. Вахи-38, что в семье в ближайшее время? Что ждет в семье? Вахи-38, что ожидает в семье в ближайшее время? Так, секундочку. Опа. На Вахите все прервалось, блядь. Отсутствие развития, блядь. Гадаю на то, что скоро прервется трансляция. Дэвил, спасибо огромное. Илья, спасибо за косарь 200 на подписку на Boosty. Так, спасибо, ребят. 38, что в семье в ближайшее время. Донатьте, лучше лайк Вахи поставьте. 38, кто хочет монеткой поддержать, 100 рублей закиньте. Казахстан, на Boosty, стучим, стучим, стучим. Вахи 38, что ждет в семье в ближайшее время. Вахи 38, что ждет в семье в ближайшее время. Ей так похуй. Да, ей похуй, только трансляции не похуй. Все. Она не будет. Вижу потери. Блять, Вахиту договори, ёпта, он сейчас с ума сойдет. Он тебе бабки задонатил. Митер. Там чел реально задонатил, блядь, последние деньги свои отдал, блядь. Думаю, бля, сейчас наконец-то узнаю свою судьбу, нахуй. Хуяк такой зависло, блядь. Бля, чувак последние бабки задонатил. Надо было дать Вахиту дослушать. Брехню все эту, блядь, от гадалок. Отлет, отлет. Хорошо, так, отрабатываем. Дальше поехали. Давай еще одну. С лицом найди, да, и поехали. Блять.
Ща вообще будет песня. Я говорю, я жду, блять, я жду этот друг вокруг. Как же я надеюсь, что нас нахуй не забанят на ВК за этот контент, потому что там пиздец вообще. Там просто, блять. О боже. Контент на друг вокруг? Бля, сейчас покажу, могу. Ты чё, я сейчас говорю? Пожалуйста. Ну когда я хвост. Ты нахуй его весь обсосал нахуй. Пожалуйста. Один. Пожалуйста. Да, скинь денег, я же кушать не хочу. Там, я говорю, там вообще песня, блядь. Там... Я другой просто не включаю, мне страшно, блядь, включать другой. Там, ну, забейте просто. Там, блядь, я не знаю, что там происходит. Откуда они все вывалились, блядь. Я, понимаешь, я даже не знаю, что вам включить, блядь, показать. Ну, там просто забейте. Там, я не знаю, сегодня еще воскресенье, там сегодня столько подпивасов, блядь. Столько там бухарей. Ёб твою мать. Нате вам, сердечко, кто просил. Мне это скинул прекрасную женщину. Илона. Илона гадания. Сейчас. О! Илона. Это моя любимая имя, кстати. Кая Славика, 18. Славик, 18. Ты звонишь к Илоне, брат, ему чекаешь. Пали, смотри, Гуччи сидит, паль, Славик, блядь. Славик, 18. Что же? Кажется, может, и не паль. Поехали. Ну хотя да, сколько у них бабок, блядь. Да, мамонты сколько успех. Донатят, там забей. Успехи на работе, процветание. Бинго Лайф там тоже пиздец, тема кромешная. У вас все хорошо, хорошие новости будут. Все хорошо. Так о, что не переживай. Кстати, всем, кому неудобно будет смотреть на ВК Плей, я на Бусте загружу целый ролик с тем, как мы там развлекаемся, да. Обязательно сделаю. На Бусте это вообще будет разъебный ролик, да, это прям 100%. Оттуда придется 100%, 100-пудово удалить. Типа, не обижайтесь, но мне придется, блядь, удалить. С этого. Так, Дмитрий и Анастасия. Мить, надо прозвон. Дмитрий и Аля. Анастасия. Знаешь, сколько они бабла фармят, блядь? Дмитрий и Анастасия, давайте посмотрим, что вас ждет вместе. Так. Поехали. Ну, я скажу вам как так, найти что в этих отношениях у вас ничего хорошего не будет. Братик, открываешь, вот все ссылки. Потому что... Там еще на старые рейды есть даже плейлист. Неуверенность в себе так, что... у вас есть. И в этих отношениях ждет вас какой-то обман. Так что опасайтесь. Поехали. Хотите более детально? Пошла. Пишите. Сейчас напишу. Вайбер, Телеграм. Посмотрим более детально. Уже написали. Опа. Стучим по экрану, задаем свои вопросы. Опа. Так. Гадание временно... Иди работай, блядь. Гадание временно прервано. Что такое? В шапке профиля есть мой номер телефона. Очень хорошо. Ёбнутые, блядь! Задать свои вопросы. Охуенно что просто. Вас интересует? Так, Алексей, 34. Буду ли какие я... Какие 34? Мне 36 так, исполнилось недавно. Однополые отношения я не смотрю. Правильно. Так. А то еще одну статью, блядь, впаяют помимо мошенничества. Привет из Владивостока. Привет, опача. Здорово. Леха, спасибо за подписку на Бусти. Спасибо, пацаны. Там смешано. Блять, там на все номера просто везде нахуй. Пуля. Сзади. Куколы прибежали. Я всем ответишь, да. Надо ссылку в чат кинуть еще. Сейчас будет. Да, или цифры, или ссылку.
Сейчас, блядь, всем ответим. Сколько там на стриме? 1009 человек? Да, хорошая решетка. Все. Пиздец. Кино не будет. Я даже успел. Электричество, да, кончилось. Так, ну что? Я могу сказать. Короче, мы прямо сейчас 10 тысяч лайков с вами собираемся. Вы пиздец как втопили. Прямо сейчас я говорю вам всем, ребят, подпишитесь на телегу Heart Inside. Там кину инфу о начале следующего стрима. Я пойду также похаваю. Быстренько перекушу. Я думаю, наверное, недолго сегодня. Как, короче, до часа. И выдвигаемся вдруг вокруг. Я вам просто закину, что там вдруг вокруг. Давайте я сейчас аккуратно, ладно? Там вот от такого и до... Ну, там просто пиздец. Ну, я вам... Ребят, я не байчу, я серьезно говорю. Я пердоли курва бобер! Короче, вам очень понравится, поверьте. Прямо сейчас админы спамите ссылку на Heart Inside. Все подписываемся, ребят, там этого нет. Сейчас, Мит, секунду. Там нет этого, как его, нет рекламы. Подписывайтесь. Все, кто нас покидает, напоминаю, завтра в 18:00 FNAF Five Nights at Freddy's, вторая часть. Это был рейд гадалок. Отключили сегодня штук, наверное, 7, да, гадалок? Следующие выходные мы снова с вами. Бля, ну они ждут нас. Они нас ждут. Бля. Они нас ждут. Я вам сейчас там расскажу такую, блядь, схему, что они придумали на этом друг вокруг. И как они бабки фармят. Там вообще пизда. Там, понимаете, вот там... Ну, я вам серьезно говорю. Там масштабы. Я даже не удивлюсь, если еще хлеще, чем на угадалок. Там просто пизда. Просто, блядь. Ну, там, то есть, ну, там вообще, там... Там вообще песни, блядь. Ребят, все, погнал быстренько кушать. Азамат, спасибо огромное за донат, если кидали. Спасибо всем. Я говорю, не это, бабки не тратьте. Поставили лайк, подписались на канал. Это лучший будет подарок. 3 миллиона на канале до Нового года подписчиков. Блядь, поверьте, это самый лучший подарок, который может быть для меня, а не деньги. Всем добра, удачи, спасибо. Все, в Heart Inside, в телегу. Обязательно закину информацию о следующем стриме. На 200 тысяч подписчиков в Heart Inside разыграю iPhone. Все как обещал. Новый, последний. Все. Это было охуенно. Спасибо за такую напругу. В следующее воскресенье еще будут рейды. Короче, все в телегу буду выкладывать.